скажешь, Вадь, когда у тебя будет 18? Сереж! Да. Сережечка, да. Скидывай мне выбульку свою. Не Дима будет кидать, я могу. Да мне любую, мне без разницы. Мне главное 4 вебки. Кто хочет, тот хочет. Я думал, Костян будет. 100 тысяч. Костяна нет почему-то. 100 тысяч, ёбаный. Все, пошла, я захожу нахуй. Я захожу. Да, первая карта, блядь. Здравствуйте. Здравствуйте, блядь. Нихуя себе. Это что, самый популярный стример на Твиче? Нет, я не вы. Какие вы, блядь? Ну, вы. У тебя больше всего подписчиков, нахуй. Да, похуй. Так. Слава, давай выбулю, нахуй. Что? Вебку. Вебочку. А, я не засек, Иван. Добро пожаловать. А Сань, можно посмотреть? Да, конечно, садитесь, присаживайтесь, нахуй. Так, сейчас я попробую. Так, нам надо с задержкой только что-то решить. Ребят, короче, желательно, чтобы кому не впадло, зашли на GoTV и сами отсчитали по времени, чтобы как было, как у меня. Потому что есть такая ситуация, что может GoTV нахуй упасть. Я покажу экран. Во-первых, оно лагает, а второе... Ой, я паузу не нажал! А чё это? Сказал бы нам, сколько у тебя там по секундам, что? Я сейчас скажу. Ебать, это они АФК стояли, я думал, в паузе, блядь. Блядь, сейчас. Короче, вам желательно, а чё, кто они вообще может... не хотят мажор выиграть, нахуя они АФК стоят? Они не хотят, дядь. Короче, охуенно, если кто-то может зайти и тоже я зайти зайдем в GoTV по времени. Потому что есть шанс, что GoTV вылетит, и это будет супер охуенно, потому что я смогу включить ваш экран, если что, вы мне дадите OBS ниндзя. И я буду понимать, что GoTV вылетело, короче, не у всех. Ну, вы поняли. А у меня нету почему-то видеоса в GoTV. Видеоса? Видеоматериала. Слав, ты ставил на Нави? Да. Я ставил на 2-1 в пользу Нави по картам. А, 2-1, а, блядь, 2-1. Это уже интересно. Я на самом деле тоже хочу на 2-1, если вы... 2-1, блядь, вы верите в Эншу, что заберут, да? Ты думаешь, что это будет не под сухую? 78 тысяч я на КФ3 поставил. Я поставил 100 тысяч, я поставил 100 тысяч за то, что Нави заберут 2-0. Я поставил 5 тысяч. И 100 тысяч, здорово, Костяныч, и 100 тысяч я ставлю в лайве на... Либо на карту какую-то, либо я на нюк ставлю сейчас 100 тысяч. Либо в какой-то момент постараюсь ловить кэф. Вдруг сейчас каким-то образом... Сейчас нюк будет? Да, джиту вдруг сейчас набирают пару раундов, и я как бы сразу хуярю на Нави, мне похуй. Ну, кстати, нормальная тема. Ну что? На всякий случай, если все вылетит. Лучший, умничка, нахуй. Бля, я думаю, Славика поддержать на эту ставочку, бля. Не, брат, думай сам, чтоб потом не говорил, что Славу ебан, блядь. Такой, блядь, так ребят, не... поддержал я один раз Славу, нахуй. Это пиздец, нахуй. Стоп, а чё 1-0? За хуйня с вебкой странная, ну-ка. Так, все, я погнал. Бэмс. Время, секунда, какая у тебя, Вадь? А секунду. А я бэмс, вот сейчас так бэмс, смотри. Бэмс. И вы видите все. Бэмс. Вот так, смотри, клир. Вижу. Спек шоу 1. Дискорд закиду. Давай. Бэмс. Бэмс, let's go. Ничего нет, мне ничего не пришло. Пришло. Сейчас, секунду. Ой, нихуя это, блядь, пошел, это что? Пожалуйста. Это что, слот, любимый слот злого, нахуй? Это сейчас чисто пиги были, нахуй. Че за стрим не работает, брат? Сейчас, подожди секунду. У тебя какое-то качество звука или видео просматривается, стрима пониже. У вас видно? У вас видно? Да, видно. Да, вижу. Let's go. По лагам у вас все нормально? Да. Лагает стабильно, все круто. Ну, короче, лагать может. С лагами я ничего сделать не могу. Вадь, скажи, когда у тебя будет минута 15, хорошо? Бля, только знаешь, что бесит, просто звук с задержкой, нахуй. Да, звук не... Да, сейчас я буду пробовать перезапускать, сука, это хуёво. Минута 15. А тут нет никакой платы хуйни на Discord? Ничего нет, ничего нет. У меня премка есть. На минуте 15, скажешь, А это лайф уже? Сейчас, подожди, подожди, Слав. 18, 17, 16, 15. Подожди, Ancient и Nuke будет? Ancient, Nuke и Mirage. Ancient, Nuke и Mirage, да. Короче, я так понял, мы Mirage, если сейчас Нави выиграть, не дойдет, нахуй. Не дойдет. Да, если Нави выиграют Ancient, то да, не доходит. Да. На самом деле, даже Саня сказал в интервью, что, типа, я думаю, что будет тяжелая игра. Ну он в интервью, может сказать одно, а ты не... включили, я уже включил, я уже... Ебать, чел с ВХ нахуй гоняет. Там ну, да, не может простелить. Ника с хуйней. А что, нельзя, что ли, на мажоре? Ника с хуйней играет, я 100% говорю. Ну, понятное дело, выиграть хочет, блядь. Самурай тоже в Фортнайте хотел выиграть. Ну, блядь. Самурай легенда, нахуй, Фортнайта, блядь. А он с Аимом играл, да?
Да, совсем, блядь. И там не бал. Все, у него набор. Долбоёб. 250 баксов не выиграл, блядь. Не успел. Они хотят выйти на Б, но их сейчас электроника... Бля, я честно, я максимально не верю в то, что GTU могут выиграть карту. Вот максимально не верю. У них один шанс, это Ancient. Ты же понимаешь? Только Ancient. Да, я это прекрасно понимаю. ПЛ, ну просто меня ПЛ очень коэффициент подкупил, 3. А знаешь, кого еще подкупил коэффициент? А? Станислава, он сейчас деньги занимает. Он против Нави, он против Нави каждый раз ставит. То льет на этих, блядь, на... Как он, его, типа, блядь? Не уважает, а, он никого? Еще на Херои, короче, лил против Джиту. Он на хайкэп ставит сюда, понял? На хайкэп ставит. Бля, ну такая, кстати, слышишь, бывает хуйня, он очень соблазнительный. Понял, когда ты вводишь сумму 70 тысяч, а тебе выдают 240 на выходе, такой, чего нахуй? Нет, такой, не всегда так работает. Лучше с птичкой в руках, чем с дерьмом в небе. Чтобы вы понимали, короче, пацаны, я когда начинал ставить на групповой этап, ой, ну не групповой, а на челленджер, я выиграл, у меня 350 тысяч было со ста на балансе, я сейчас все. И сейчас у тебя сколько? Вот последние 78 я еле отыграл, 78. Да, напишите, пожалуйста, в чате команду, что видно было челов. А, спек шоу X-Ray. Спек шоу X-Ray. Только ты не забудь, Диман, выключить через таб, ну, X-Ray. Да, в табе. Да, выключить. Да, да. Минус Джакс, смотрите. Бэмс, Дэнс, Денис. Главное, чтобы он не тапнул его. Он не тапнет его. О, вот так вот! Блять, да ебать! Накаркал сейчас весь чат будет писать, сука! Брат, а какая у тебя задержка? А, все, понял, все. Да. Я, ну... я смотрю, короче, Павел стрим твой на Твиче и стрим в Дискорде, думаю, почему нет разницы. Ну ладно, это 3-0, по идее. Не, мне следующий, да, следующий будет сложный раунд, мне кажется. Почему? С чего, ну, ты потому, будет бай? Ганы будут. Короче, да, Нави, честно, Нави, кажется... будут ППшки. Нави 100% поставит сейчас себе фармилку, Фамас. Это даст им в любом случае еще один бай раунд, даже если они сольют, будет 3-1. Но они дадут больше шанс выиграть в GTU. Ну да, это... Нави, мне, да, кажется, вообще, ну, хотя, плохо. Блядь, ты видел? Жрут, блядь, вы видели, как играет нахуй Бумыч? Это просто пиздец, он их нахуй сжирает просто. Ты видел просто фотографии, да, девушки его, блядь, поддержку Нави? Да. Я не видел. Покажите, покажите. Блядь, там очень жесткая фото. Ну, ты на стриме не смотри. Теперь покажите. Просто подумай, почему он так играет. Так нельзя на стриме, в смысле. Нет, куда ты скинь? Я скину с тогда сейчас. Да 3-0. Да есть же, блядь. Так есть, стоп, я лучше кайф не словлю, если такой счет будет, нахуй. Ну да. Пока, ну, нет. Да. Там сейчас, там сейчас кайф 1-0-1, блядь, вообще, нахуй. Если так будет, знаешь, что я сделаю? Я просто на пистолетку какую-то поставлю, нахуй, 100 тысяч, блядь. Это фул рандомно, заебись, кстати. Кстати, я поставил на пистолетку и уже выиграл. Да? Да, на первую пистолетку, да, на Нави. Надо было 200 тысяч, короче, на пистолетку поставить. А кто мне скинет? Да, скиньте, пожалуйста. Я скинул. А как выключить еще голос комментаторов? Базарит очень громко. Там это мы, брат, говорим. Voice enable 0. Да, voice enable 0, мам. Или сверху, там справа. Да. Нави G2 это спирит, брат, брат. Смотри, как электроник выходит, разменит, блядь. Практически. Спирит, брат. Очень похоже. Бля, лагает у меня, конечно. Посмотри, нахуй. Бум с щитом, блядь. На нахуй. Дострелялся в стенке. Пацаны, я в Твиче смотрю просто стрим, там 7 секунд разницы, но... С нами, типа? Ну, вот то, что Вадя стримит, я смотрю. С Нави. А, кстати, да, можно... Да, да, там 7 секунд разницы. Смотри, 3-4 разницы. Ситуация. Это просто лагает в Дискорде, вообще смотреть невозможно. Да, да. Да. Ну, сейчас от этой ситуации будет зависеть исход. Вот я в игру зашел, вообще кайф. А скинь ссылку. Это девушка Бумыча? Да. Да, дядя. Ебать, поддержка, нахуй! Слушайте, а бита-то Аманек забрал сейчас под шумок, пока мы тут базарим. А вы куда закинули? Две больших поддержки. Ебать, там поддержка, алерт полная, блядь. Ща я выложу. А чё нельзя смотреть на Твиче, тут же ничего такого нет. Бомба установлена. Если нет, ты не видел глаза там, нахуй? Там такие глазки. Глаза открой, посмотри на глаза там, нахуй. А, да, нормально. Смокота, блядь. Похоже, 3-1. Не-не-не-не-не-не. Да сейвит. Ебать, жестко, нахуй. Надежда. Не, ну ладно, 3-1, да. Ну, блядь. 3-1 тут так. Сейчас коэффициентики начнут, это самое. Сейчас, если еще GTU пару раундов выиграть, можно ставить. Интересно было бы ставить. Знаете, интересно было бы ставить, когда вот сейчас вот раунды пройдут, да, и, например, Нави будет чуть проигрывать, вот тогда можно... Так, так, я их жду, я этого и жду. Я жду момента, когда GTU начнут камбэчить, на Нави, в принципе, коэффициент вообще в этом Best of 3 поднимется, где-то до 1.5, например. Вот, я тоже хочу на 1.5 поставить, да, блядь. Да, это 100%. Вы представляете, что может такого не быть, и тогда кайфы только падать будут? Он не будет уже куда падать, он уже 1-1. Уже 1-1, а, ну все. Там падать, Диман, некуда.
Там уже только в минус, нахуй. Ты понял, ты ставишь, у тебя, блядь, выигрываешь, я сейчас не могу. Короче, знаете, я недавно увидел ТикТок, я сразу вспомнил Станислава 9, короче, ТикТок назывался так. Ставлю, что в бое не будет сальто, бой, и типа там чел делает сальто. Бля, это реально такая тема? Это такая тема, как Стас 9 делает всегда, нахуй. Это просто пиздец. Я скинул ТГ. Я сегодня смотрел аналитику к этому, типа, финалу от Ломобота. А я не смотрел. Я не знаю, говорит, что нужно сделать. Ника надо 125 карт сделать, чтобы... Да, вчера там позавчера Ника вообще очень сильно играл. Но Ника уже, по крайней мере, в этом раунде ничего не делает. Слушай, но по сути, но это же правда, что сейчас играется, блядь, 2 в 5. Ну да, Ника, Хантер, Некста, может, он типа, Джак вчера слабый. Не, ну, кстати, к Хантику респекту залетело за джиту. Пандер. Да, брат. Нужна профессиональная аналитика. Слушай, брат. Что случилось с Кайонгом вчера? Ой, подожди. Вчера или кто? Кайонг, то есть тут панды, блядь. Как его звали, чел, который... Где он, в Херойках или не в Херойках, который сыграл... Я не помню. Кейден! Кейден! Он в Херойках, брат. Знаешь, что с ним случилось? Херовое настало. Там чел сыграл 5-26, что-то... Я не помню, против кого они играли, я забыл. Кто это? Кьоджин. А, Кьоджин, бля, ёб твою мать. Так это ж бомж. Ну, Кьоджин уже кикнули, по-моему. А как ты его вначале назвал, Диман? Кайок? Кайок. Знаешь, кто мне... Кайок, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй, блядь. А когда Шокс ушел, там... Да похуй, Бумыч берет такой раунд. Ну, Бумыч современный. Да он нехуй убивает. Бэм. Знаете, куда Шокс будет идти? Бумыч современный. Место Джакса в джиту. Опа. А-а-а, МТС, сука! Кстати, прикольно то, что Шокс за что будет играть. А как вам Астралис, ребята? Это ж пиздец. Обосрались. Конфиг нахуй. Да не, я не про это. Я говорю про то, что конфиг туда попал. И этот, как его, блядь? Дюпри. А что, они даже не Конфига играли? Астралис, конфиг и этот, блядь. Дюпри. Девайс, блядь. Нет! Гзимникс? Нет! Мэджиск, вот. Нет, подожди. Да, нет, Magic. Минус Дюпри, минус Мэджиск. Блейм F и конфиг. Блейм F, конфиг? Да. Все, наконец-то я настроил нормально трансу, блядь. Красава злой. А я смотрю просто твича в одну, похуй. Правда, если у него ГТВ, зайди в ГТВ просто и сделай мои секунды, и все. И у тебя будет идеально. Я не понимаю, брат, я не понимаю, как зайти в ГТВ. Меня больше удивило, что где взять, а где айпишник взять? Там под консоли. Ну я прям со Стима смотрю, понял? Ты когда заходишь в игру, у тебя под консоли нарисовано такая... Короче, Джакс подгорел, и Нави это услышали. Там нажимаешь на чок гоу, и все, у тебя ГТВ открывается. Ну они сейчас будут пушить. Ну смотрите, 3-2 ситуация, у Сани есть авик. Арморчик. Ну, блядь. Ну, слушайте, того, если что они сами выиграют этот раунд, будет очень все вкусно. В смысле 3-2 ситуация? Сколько у меня 3-2 ситуация? 3-2 по раунду. 3-2 по раунду. Ну вообще, кстати, мне кажется, такой раунд сложно будет очень выиграть. 4 пистолета. Сане нужно первому делать киллы прям. Да. Сочно. Так он так и по-любому будет делать. И по-любому. Там сейчас бумыши перфекта умирают, скорее всего. У нас чат просит меньше балагана. Давайте по очереди. Да, Диман, звони мало. Но я-то могу. Да, у Хантера вообще пока игра не заслуга. Это 3-2, это что? Ой-ой. Кстати, смог куснуть, смог можно и убить кого-то. Не, уже не убил. Как вы считаете, ребят, смотрите, какая сторона? Ой-ой-ой, ебать, не раскайте ничего одного. Что происходит? 3-3 ситуация. Сейчас они возьмут ебать. Санечек, да, блядь. На. Подожди, 2-2, подожди, это плохо. Он может двоих убить легко. Ну, смог есть? Смока нет. Все. Пизда. Это ГГ. Да. Его выйдет, убьет. Только а нет, хорошо. 1-1. И... Бива! Красава, нахуй, блядь! Лучший, блядь, с пестика затыкал до этого. А там Аманек вообще в КС заходит, нахуй? Да. Он АФК оставляет на ночь, думали, что он тренируется. Как и я, блядь. Человек пишет, у тебя 200 за 2 недели, нахуй. Серёг, где зайти посмотреть? Я так нихуя не понял. Не понял, где под консоли, Слав? А, все вижу, блин. Ребята, Хантер еще пока охотится, слышите? Да, да, Хантер играет. Не нашел еще. Да, не нашел еще кого, как говорится, блядь. Это быстрый выход. Выражает этот готовый тебя? Сейчас вот попробуем, да. А скажешь, какое у вас время прям в игре? Да, да, да. Да, я тебе прям могу продиктовать. Ты нажимаешь, короче, Shift-F2, ставишь паузу. О, вот первый килл Хантера, кстати. Так, Shift. Бумыч умер. Так, перфекта убивает Джакса. Бит убивает Хантера. 3-3 ситуация. Сейчас, давай я тебе мувну, Серег, на секунду прям. Пойдем вниз. Есть все гранаты, есть все гранаты для того, чтобы нормально ходить. Да, гранаты, кстати, ой, есть. Есть смачок. Пандер, кто, по твоему мнению, лучший вапер на этом турнире?
Сначала блядь. Идет Simple. Нет, сначала идет Аманек, нахуй. Потом, подожди, потом знаешь, кого можно? Лаки из Астралии. Потом бустер. Причем наш, нахуй, бустер. Джейм. Дмитрий Ликс. Джейм. Да, ебать, они закрыли, жопа. Что за вопрос, я не понимаю. Главное, чтобы этот Аманек не вышел в сраку. Ой, он будет простреливать. О, его, не, кстати... На самом деле... Иван, он сейчас раздепает это? Бля, ты, сука! 3 секунды не хватило, нахуй! Хорошо, они, кстати, два взорвались, это очень хуёво для них. Бля, там, вы видели, там чел уже нахуй отпускал, ой, поднимался то, чтобы, блядь, задефузить до конца. Ладно, народ, а вы представили вообще, вот я сегодня спал и думаю, а прикиньте, если нами проиграют. Ну вот вы думаете. Ну хуёво будет, да. Какой же тильт будет для Бля, мне сейчас так послышалось, знаете, как будто, короче... Илюха сказал, ладно, рот, типа, закрыли, короче, ладно, рот, сейчас я буду говорить. Если сейчас это реально проигрывается, то я думаю, это будет пиздец. Потому что такой путь, который они сделали на мажоре, выебать абсолютно всех, не проиграв ни одной карты, проиграть финал и при этом быть такими... А представляешь, что будут делать букмекеры, если Нави проиграют? Блять, букмекеры, мне кажется, могут закрываться нахуй все. Ну да, да, по факту. Там столько денег. Букмекеры могут просто вот так закрывать нахуй все, и все, им больше не нужно работать. Да, там очень большие ставки. Там же равные бабки, получается, стоят. Ну, типа, не то, что равные. Че? Нет, нет, брат, далеко. Далеко, нет, нет. Нет, там далеко все не так. Бро, если Нави проиграют, то для букмекеров это рай, понимаешь? Рай просто. Потому что на Нави низкий коэффициент, и люди большие деньги ставят. А, допустим, на G2 большой, и они меньше ставят. Вот. Серег, слышь, а что мне делать? У меня Вадя нахуй обогнал, бля, я затупил. У него теперь время быстрее, чем у меня. X4 нажми. X4 нажми вот в этой хуйне. Только сильно не юзай его, потому что там... А, ну ладно, нормально. И потом обратно. Тебя может выкинуть? Да. Ой, улица, заметил Ника. Ай, блядь. Ай, не пошел по стрельбе. Слушайте, Ника включился. А как ебальники завалить? Там внизу, справа, вверху, справа, вверху, выключи голосовой чат. А не пошло у него, потому что Valve добавили охуенную обнову, так бы он его 100% убил Дигла. Да, да, Дигл сейчас обосранный. Надо только голову стрелять. Такой же обосранный, как и Хантер, нахуй. Да. Блин, я ненавижу Галил с ним. Не, Хантер уже один стреляет. Положил, уверенный. Хантер возвращается. Это выход под А. Там вы видели вчера Heroic матч? Это же вообще жесть на Инферно была. Да, было охуенно. Я вчера так орал просто на допах этих, думаю, ёп. Как они его выиграли, это вообще жесть. Там Кедина не хватило, если Кедина играл бы нормально. Да, да, а он не зашел, да? На сервер точно. Ох, пизду, он забил хуй, слышно, Фарганова вышла, он не играл. Ну, он капитан еще, но хз, все равно. Да не, он очень хорошо играет. Ой, слышит Бумыч, слышит Бумыч. Это Илья, который фандер. Чел пишет, а какой это Илья сидит? Да похуй, да это похуй. Это не важно. Нормально, нормально. Ну, этот фраг не принципиален, да, он не так важен. Неважно, ну, неважно, какой Илья тут сидит, что тот хуйня, что тот. Бля, кто каску встретит, тот. Ладно, извиняюсь. Да ладно, брат. Хорош, брат. Нормально, ничего страшного. Что у нас, кстати, по кэфам? Там есть что-то по кэфам? Изменения да, какие-то? Да, да, на Нави уже 1.3. Победа в первой карте, кстати, 1.6, слышите? Ага. 1.6 победа в первой карте. Сейчас, подожди, сейчас еще Г2 обгонят. Я не хочу на первую карту ставить. Если я поставлю на первую карту, у меня стоит ставка 100 тысяч на 2-0. Если я поставлю 100 тысяч на первую карту, то, типа, я сразу две ставки проиграю, если какой сейчас кайф, раньше, какой сейчас кайф в лайве на победную? 1-6 на первую карту. О, нихуя. Лучше подожди, если они проиграют Эншен, ты поставишь на победу Нави за остальные две карты. Да, да, так, вот я тоже так хочу сделать. Блядь, я надеюсь, это, ну, типа... И нельзя Эншен проиграть. Как бы это ни прискорбно звучало, Вадя, тебе выгони, чтобы Нави сейчас проиграли. Нет, почему? Нет, почему? Мне нельзя, у меня 100 тысяч стоит! У него 100 тысяч на то, чтобы еще 2-0. 100 тысяч 2-0! Да. А, ну все, я понял, тогда нет. Ему надо, чтобы Нави выиграли первый. А у меня 80 тысяч 2-1. Поэтому он с кем не играет, Эншен может проиграть. Не-не-не. Не, если вдуматься. Кстати, если будет 2-1, то Слава может и Ваде вернуть, и еще будет сколько там, 40 тысяч плюсом. Я могу как-то дура, помнишь, что время открыть окно и начать деньги разбрасывать? Настолько много там, блядь? Да не, не, 70, блядь. Смотри-ка, это похоже на 5-4 очень. Да. Ну, да ладно, там нет арморов, они не успеют. Не-не, нихуя, Диман, ты чё? Нихуя, нихуя, ты чё, это похоже на 5-4. Блядь, Диман, вот просто пизду ставлю, 5-4 будет. Если 5-4 не будет, в рот меня выебешь. Хорошо.
Диман уже медленно трусы стягивает с тебя. Я уже без них сижу. Я поэтому вебку не дал. Не, ну 5-4, смотри, блядь, что-то я протупил, да? Да-да-да, Слава. Всегда говорится, нет, всегда говорится в сторону победителей. То есть, если сейчас G2 забрали, то говорится 5-4 в сторону G2. 4-5. Ну, вот, я просто сказал 4-5 не говорится. Это мне Алексей Пчелкин научил. Ради такого события Диман может на сапсанчик уже заказывать. Не-не-не, все. Ну мне, ты же понимаешь, что мне уже придется 2 билета брать на сапсанчик. Еще хуй поведет свой, да? Да-да-да. Бля, 8-0. Я думаю, там маленькая ручная кладь хватит. Ой, Вадя, ой, Вадя. Там этот ручная кладь нахуй. Свой, блядь, карманный пейджер, блядь. Кредитку. Давай помню. Тоже не будем, нахуй. Ебать, я не заметил. Вместо брелка просто закинешь. А это правильно. Здесь фраги можно хорошие. Ух, ебать, его сразу. Смотрите, хорошо. 5-5, скорее. Бэмс! Да, а, нахуй, переводка. Не, не убил. Не, это Ника. Слушай, 3 в 2. Ну 2-3. 2 фама. 3 фама. Бэм! Улетел тоже. Все, 3-1. Ника. 3-1, и там этот аманек. Аманек. Ладно, аманек. Кстати, он реально похож на Кьюхантика. Давайте его называть Кьюхантиком. 1-2. Так это и есть Кьюхантик. Стоп, а если я скажу, что Кьюхантик долбоёб, это же нормально, ничего страшного. Скажешь факты. Он же Кьюхантик на меня не обидится? Ну он сейчас зайдет в ДС и начнет ругаться. Вадим, ты просто осторожно будь, брат. Нет. Так. Аманёк у нас 1-3. Отыгровка, конечно, сейчас будет жесткая. Слушай, нихуя они, кстати, плотно идут, да, прям? Да. Борются. Да. Не, говорю, финал должен быть... Ну я за красивый финал, ну чтобы на ее отъебали попочку, бля, этих лохов. Стоп, я не увидел его, что ли? Да, он не заметил, он не мог. Бля, только не говори, что он возьмет раунд сейчас. Бля, он сейчас в две спины уходит. Нет, такое не берется, у него калаш, что ли. Не-не-не, я вам сейчас хочу инфу такую вкинуть, а G2 выиграли Копенгаген Флеймс. Кикантик, извини. А у Копенгаген Флеймс это самая сильная карта. Кикантик написал, сам ты долбоеб. Ой-ой-ой. Ну нормально, все, они его прошили. Не, Зевс выиграл Копенгаген Флеймс, бля, похуй. Но Копенгаген Флеймс не Нави. Да, Зевс с Гетрайтом, блядь, с кем еще? С Олафом выиграли, блядь, Копенгаген Флеймс. Еще кто-то был из русских. Просто люди забыли, нахуй, как держать мышку, блядь, и разъебали Копенгаген Флеймс. Там рофл игра была, брат. Да, там челы с ножами бегали. Я захожу, нахуй, там один план ножа хуярится, блядь. Я не смотрел, Рович, мне 31-19. Оп, два. Короче, я смотрел влог от Непов, они же на свой канал YouTube выкладывают, сам и там лох, девайс говорит, что Джаби, и вот этот Яби в команде, он говорит, пиздец, сильный чел, вообще отец какой-то. Сильный, в плане накачанный? Да не, ну типа шрамы. Пожалуйста, понял, они силомеры привезли, да. Типа. Вы всех там сейчас силомеры, да, дают же, кстати? Бля, как FIFA там 21-18 закончила, что вообще человек не играет. Кстати, Хантер 1-8 играл, брат, прям вообще пиздец. Там прям с ножами бегали, чего. Ну, кстати, если Нави сейчас забирают этот раунд, то у G2 будут деньги на следующий. Не, если G2 не могут 2-0 закрыть, без единого шанса. Нюк выиграть невозможно. Я думаю, G2 сами понимают, что Нюку выиграть невозможно. Ой, какая хаешка вкусная. Бля, прикольно, если они зайдут и просто ливнут сразу. На Нюке. Вот и проголосуют. Хорош был. Полетел, да. Нику, блядь. Чел чисто это, спиной вылетает. Нихуя, я думал, что голову ум нашьёт, блядь. Оно прошивается полностью? Да. Ну, кстати, жёсткий прострел. Там ничего не прилетело вообще. Прилетел на 9 хп. Ладно, извините. Ум, чё хуй пробьёшь через такую, блядь, картонку. А нет, это перфект вообще находится не тут. Хватит пиздеть, такое? Невозможно смотреть, чуваки, ладно, будем. Они на бой не выйдут, блять, они там плотно пиздец сидят, смотри, блядь. Че, будем чуть меньше пиздеть. Оп, раскидочка пошла. Че, обговорки. Чел с рук хуярит просто. Ой-ой-ой, Хантера. Они не должны заходить. Саня видит? А, нихуя себе. Нет. Он пойди, был за счет. Сейчас за счет. Проверь. Хорош. Некса, кстати, хороший игрок, типа он и пишет стан и всегда добивает. Блять, со стрельбой. Нет, со стрельбой, конечно, да. Они молодцы. На, Аманек даже. 1-3, симпл. 1-3, симпл. Два патрона, брат. Два каленых. Аманек. Ну. Симпл, юз. И. Блять! Ну пуль! Блять, ну это НТ, ну. А чё, перезарядка в этом случае была плохой? Ну, он не хотел отпускать его, он не хотел, да, чтобы тот уходил на банан.
Они бы вдвоем разыграли. Но я бы понял, если бы там был бы калаш. Слушайте, ну пока что вообще интересно. Пока что все интересно. Пандер, еще вопрос. Да, брат. Профессиональный. Давай, брат. Я обратил внимание, что МК с глушителем тебя часто палит в местах, в которых МК... Да, она высовывает, потому что... Ну да, там дуло. Стоит ли ее использовать? Ну там хуем, брат. И жертвовать хорошим плейсментом, например, на позиции хорошей. Ну как хорошим? Это мало позиций. Так-то. Ну смотри, я могу так сказать. Для Авика это МК имба, потому что 2900 стоит, плюс типа урон хороший сейчас после бафа, и я думаю, что с ней многие играют. А как они отмели старую МК? А никак, ее просто ставили. Просто эту забузили, и теперь кто-то это играет старый, кто-то играет старый, да. Ну, мне звук нравится, понял, с глушителем у эмки, пиздец, да, приятно. Факт, брат. Не, она сейчас вообще имбовая. Как вам, кстати, Аманёк 8.5? Неплохо так-то? Ну да. Ну никнейм у неё пиздец, взять. Главное, чтобы Нави сегодня эмоционально, не типа, знаю, ну, ментально как бы не обосрались. Ну, ты тоже, кстати, слышишь об этом думал, понял? Они столько раз, типа, были в шаге от, ну, да, от мажора, чтобы выиграть. И психологически, блядь, конечно, очень такой серьезный шаг. Ой, смотрите, бум еще смоке. Зевсом. Ой, блядь. Ну мне что, кажется... услышим ворону, услышим ворону. Мне смотри, кажется... слушай. Бумыч. Да не, он не слышит. Ворону? Ну, типа, да, когда Зевса хуярит. А, Биг, кстати, может здесь забирать одного СЗшки с такого расстояния. Ну, не, позиция такая, которая чекается первой. Сейчас бэмс. Ой, блядь. Ее есть. Ай-яй-яй. Базар, сразу разумею. Ну, тут, да, так, тут тоже вышина. Перфект сейчас умирает тоже. Чё, блядь? Чё, Ника стрельба? Там Николай слышал волнуется, культяпки хуярят, блядь. Ну, кстати, чувствуется, что он волнуется. А вы вчера видели, как Ника стрелял на банане? Он заныкался вчера на банане и пробежал два игрока. Да, два игрока, да, он мог раунд выиграть. Да, капец. Ну, там второй посмотрел. Чел пишет в чате. А чего они задержкой смотрят? Ебланы. Ну ты попробуй по стринге с задержки. Смотрим, как долго ты будешь это делать. Тем временем на вашей трансляции вело 71 тысяча зрителей. Это какой-то скам. Накрутка 100%. Накрутка. Ой, ой, бля, вот сейчас мог Саня на прыжке попытаться поймать, но через мой прятки там видно будет, да? Кто пиликает, блядь, да, скотина? Ой-ой, блядь, пизда, слышу. Ебать! Ой-ой-ой, фэшоны. Бам. Ну, Саня, Саня, почему? Они задержали, он начинает просто хоронить этих типов. Смотри, как он этого всех... Бэм! Бам, блядь, в голову, нахуй, 460 урона, блядь. Вейкап, сыночек, блядь, собирайся на нахуй. Бэм, нахуй, да через стену. Же, блядь. Через стену, еще один, на, нахуй, 4, похоронная, блядь. Ебать, похоронили, нахуй. Просто, бля, собирайте девайсы до дому, пора. Бля, ну турнир хорошо идет, да, для Санька, пиздец? Да. Что вчера, что сегодня, прям грязь, нахуй. Ладно, бита, брат. Бля, охуенно. Если честно, если бы Simple плохо играл на этом турнике, бит бы, скорее всего, MVP мог золотать, если бы на него выиграли. Так что, да. Мне нравится бит тем, что он абстрагируется. Хотя молодой чел, он так, ну, нет такой суеты и нервов таких жестких. Ну, как будто нет. Откуда ты знаешь, что у него? Может, его там трусит всего? Ну, посмотри, как у него на фотке. Но по мувам, но по мувам он вообще вижу, прям такой, да, как будто, знаешь, он 40 Топа лет уже играет, нахуй, как Олаф, да, вот сидит на похуе. Да, плюс. Только играет лучше, чем Олаф, ну, понял. Он чувствует очень огромную ответственность за этот матч. Думаешь? Наверное, больше... Мне кажется, не он больше хочет выиграть, а чтобы вся команда выиграла жестко. Думаешь? Да не, брат, ты чё, это же как обычный фейсит должен быть. Ты чё, он думает, что он сам хочет выиграть, и команда всё проебала. Нет, я не так, типа, сформулировал, похуй. А так, а как по-другому? Ну объясни, никто не понял. Ну типа, понимаешь, он не так сильно сам хочет победить, а так, чтобы даже Саня, потому что он знает, что Саня вообще все взял. И хочет просто дать возможность победить. Ебать бумыш накидал нахуй. Да, нормально мечтать. Я нихуя не понял, чуваки, кто понял, объясните, пожалуйста. Да, блядь, все, иди. А насчет опять прошивать, тогда... Бля, ну не всё, давайте просто посмотрим. Ебать, у них опасность зарубится, слышишь? Блядь! Чё он перестрелял, блядь? Ёбаный, сука! Козёл, блядь! Я не на А выйду, смотри, а там сейчас третий перетянет на Б, смотри, смотри, смотри. Там сейчас один человек будет с пончика встречать. С кого? С пончика? Ну, пончик локация. Да, это есть такая позиция. Пончик. Вот это пончик, это хуйня, видишь, на радаре, вот это ебучая. С пончика, блядь! Но он в этом пончике закрыто сидит. А Ника будет, скорее они всего, они все равно прочекают, они смеками отрежут его. Да. А у него, в принципе, выбора нет. Слышит, слышит, слышит. Да, они засчитали, блядь, их, походу. Нет, а там услышал, там бит услышал, челов. Все, он их удал. Электрон, бам! Ой, а смотри, нахуй.
КТ смока нет. Второй. Все, два есть. Бомбочка. Третий есть. И аманек, блядь. Да, бля, фокус. Пацаны не успели карту подготовить, блядь. На, нахуй. Найс. Все, молодцы. И ластовый. Вообще на А, блядь, потерялся. Ой, да, на Б. Слушай, на самом деле, зря они до конца на А пошли. Там Ника люрковал Б, у них было время перетянуться, типа, быстро. Через рез. Думаешь? Угу. Ну да, но они же не видят карту, как видишь ты, брат. Ну да. В смысле не видят? У них нет ГОЛТВ? Там будет сидит по рации такой, пацаны, бочи. А почему вчера было зрителей 14, сегодня 15? То, что финал? Нихуя не на хайпе, нет, вчера тоже 15 было. На хайпе, КС на хайпе, блядь, слышишь? Интернешнл обгоняешь. Ебать, нахуй, интернешнл, мы вас рот ебем. Ну, кстати, по просмотрам я смотрел аналитику, интернешнл два раза больше смотрел. По да. всей статистике, это капец. Но... Там онлайны, по-моему, другие были. Ну, если два раза больше... Ну, там суммы другие, братан. Вы видели, сколько лол смотрят? Вчера говорили. А сколько... А смотри, помощь это поебочки. Мы первого! Второго! И уйти! И уйти! Вот сейчас бумочка. Бля, вот Бумыча реально отдельный респект за мажор. Это просто пиздец. Для меня, не знаю, он какой-то для меня открытие, нахуй, этого мажора. По-другому стал играть немного. Капитан, который просто пиздит их, нахуй. Славик такой говорит, хороший голый, бля, пацаны, въебите одну карту, блядь. Не, похуй, если выиграю 2-0, заебись. Я все равно уже на эти деньги особо не рассчитываю. Чел пишет, можно не пиздеть? Да, не пизди. Можно. А сколько всего сейчас в категории КС смотрит? Не знаю, может 1.5 миллиона. Сейчас скажут в чате. А 1.3 миллиона. 1.3 миллиона. Нормально. А в Доте сколько было? 2.8? Инт 2.8, либо 2.7 было. Ну, 2.7 было. О! Стас тут он. А, я думал он этот. Смотри, электроник. Сейчас убил. Джекс. Просто спину забирает в блочок. 2 в 5. Скорее всего, это 8-7 в пользу Нави. Серег, ты без коленчика сегодня? Я все предыдущие дни без колена сидел. Да, он еще не на работе, он же отдыхает, он скомментирует. Я пока. Он выходит уже завтра с 8-го, у него смена. Среди 2-16 членов стоят. Бэм! Бэм! Уехали, 8-7. Так, ладно, вопрос такой. Ancient у нас же спорная карта в плане атаки и защиты, я правильно да, понимаю? Да, да, да. Она кто как играет, да? Да. Слушай, лучше Илюха сказал то, что Ancient хороший у G2 вообще. Очень сильная карта. Ну, у Na'Vi тоже довольно неплохая. Типа нюк вообще шансов нет выиграть, можно просто квартиру да. заливать на да, Na'Vi. Да, да, я тоже что думал. На нюке. Ну, не, все равно что-то иногда может происходить. Ну, если там у кого-то интернет выбит и паузу не будут ставить, нахуй. Фу, бля, я ебал. Кикните бустера, то, что хочешь, чтобы первую карту навешали. Они заберут 2-0, мне кажется. Я чувствую прям. Бля, а вот можно вот... хотелось бы как-то прочувствовать G2, когда они, если они проиграют Ancient, если они проиграют, каково им будет играться на Нику, на самой сильной карте Na'Vi? Ой, бля, Сипо. Я ставил на эту пистолетку, плиз. Ты ставил на Na'Vi? Да, на пистолетку Na'Vi. Бля, ну. Блин, а ты много залил? Блядь, 5000. Блин, хорошая ставка, злой. Ну я не... Ну еще не все потеряно, на самом деле. Да, согласен. А у тебя общий банк, какой у тебя общий? 100 тысяч. 100 тысяч. А, ну все, то начали. Ну подожди. 3 в 5, я думаю, такое будет мега сложно. Ты ставил, Вадь, ты ставил на пистолетку? Нет. На пистолетке всегда рандом есть. Это полный рандом. Я мало ставил. Зато КФ сладкий, брат. Слушай, да. я верю очень сильно в Бумыча, потому что он... Тогда, а в последнее да, время так ВК таких пизды... Это пиздец, да. На нюке, нахуй, он в рот всех выебал. Если минус, у них еще два... Ну, один чел только с армором бит. А в тело затулить очень легко с виспа. Ну да, тут еще дабл пикалет у чела. Дабл пикалет, это пиздец, грязь. Ладно, верим просто. А тут не понадобятся киты вообще. Не, смок есть. Ладно, я иду отменять стал. А, вот так и смог лежал у этого. Вижу, да, бля. Бля. Короче, у Na'Vi часто пистолетки строятся от симпа, ему пешку дропают. Смотрите, Ника, смотрите сзади. Ника, да. Ника, да. Ника чисто со спины Ника уже сзади, пришел. Бля. Ну все, им пизда. Тут вообще все тяжко. Ой-ой-ой. Опа, есть. Ну ладно, бывает. Ну, Хантер, да. 8-8. Бывает. Если Хантер сейчас включится... Нет, если проиграет минус 100 тысяч, сука. Сколько ты въебал злой сейчас? Пятерочку.
Нет, не проебывайте, Эншин, пожалуйста, 2-0, сука. Что дудит так жестко? Это ко мне, брат. Приезжай, Колянчик. У тебя тяжечка дымная, я чувствую, да? Брат, у меня самая. И блевая такая. Не, у меня еще кола с ягодами. Бумыч опять десом, слышь. Перфекто, ебаш! Ай, флешечка хорошая, флешка. Они агрессивно так играют, да? Видно, что не боятся, типа, уверен. Леха полетел. У Бумыча электронная, слышишь, дефибриллятор, смотри, дефибриллятор, ебать. Не достал. А бывает, кстати, Зевс минус 90, ну, сносит. Да, да, да. Ну, вот сейчас бы, если бы он попал, потом минус 90 бы снял. Да, да. Это типа от дальности зависит? Да, да. 5-0. А еще бывает то, что Зевс сгорает. Ну ладно, эко было. Ладно, извините. Да ничего страшного, сейчас покупной раунд, и они дают им бродик. Ну, на Грена немного денег у них, по-моему, да? Почему на Нави победа в первой карте до сих пор 1-4, сука? Ты прикинь, насколько сильный авторитет, нахуй. Ну, у них форма реально ёбнутая. Ай, блядь, руку свел. Форма желтая, да, классная, согласен. Слушай, а, смотри, перфект вообще Дигл оставил себе. И Грен закупил. Ну, потому что у него денег не было, он на гранаты потратил. Смотри, они сейчас просто залетают на А и дают всем бродик, я чувствую это. А у меня... Если хантера здесь сейчас сочетают... Вать, Вать, я тебе сейчас 100% жесткую могу ставку почти закинуть. Ебать! Ебать! Ебать, это грязь, нахуй! Один хп в ебало, сука, засунул ему нахуй свинца, блядь. Вать, знаешь, куда поставь? Вать, на то, что будет убийство ножом, на второй карте. На второй карте. А сколько там, Кев? Нет у вас? Ебать. Это очень жестко. От Грена зайдет хорошо туда. Все, главное сейчас Неха что взял. Подожди. У Неха позиция классная. Он сейчас убьет Элика. Да, видит Элика. Бля, куда ж ты идешь? Чего уходит на Б? Бля, вот это... Они обойдут на А просто. Они обойдут на А, они не будут идти на Б. Бля. Славик, ты все деньги залил? У тебя больше ничего нет? Да, все деньги залил. Вот я просто всегда ставлю на Нави, что есть ножевое типа убийство и очень часто прокает. Всегда? Мне кажется, они тоже надеются. Очень часто, очень. Потому что, ну, типа, предыдущий матч нож залетел против гамбитов, даже блин, не один. Он вообще не должен перфекта читать вообще прям. Но он и не идет сейчас... в ту сторону. Может, он захочет вообще заставить? Нет, не перфекта должен сейчас чекнуть, что идет играть. Не, а, не. Ну сейчас его тут закроют битву. А у него киты есть, и смог. Ой-ой-ой-ой, блядь, как же хорошо то, что... Опасно было, да? Ой, тайминг какой. Блядь, а он же не услышит, может не да, услышит. Да, они разминулись. Сейчас за дефузы до конца со смока, блядь, я ухуею. Надо перфект уже идти в плент, долго он. А он вообще пошел он думает, на что сейвит, он думает, что сейвит. Он думает, что сейвит, блядь. Ебать, если сейчас раздефузит пачка, то пиздец будет. А все, инфа пошла, и он находит. А, он не пошел, он даже дефузить не пошел. Нихуя, я думаю, у него киты дистанционные, нахуй. Он сейчас может бита убить. Не, на самом деле... Через Bluetooth, нахуй. Если Некса сразу бы подошел к бомбе и кинул на нее смок, он мог задефать. Если бы он видел карту, да? Ребят, объясняю, кто сегодня первый раз сидит на стриме, у СНГ правило, что нужно стримить с задержкой 2 минуты. У Европы этих правил нет. Если бы я мог стримить на English... Да. Если бы я стримил на английском, то я, находясь в Украине, мог бы без проблем стримить. Okay, ready, guys, hello, we are watching too much, not as visitor, visit G2, and we have a score 9-9. Так погнали реально. Мне кажется, можно задержку убрать, погнали на английском пиздец. Ага, блядь. А что, почему такая хуйня несправедлива, пиздец? Ну так, виплей выкатили такие правила. Респект за поддержку виплей своего региона. Да, спасибо. Ой, смотри, какая хаешечка. Ну, чтоб ты понимал, там гулит, который гулит, или как его? Не который футболист, а который чел. У него, этот, у него онлайна больше было, чем у прямой трансляции, понял? Типа основной. А я могу вам объяснить, почему випы так сделали? Чтобы онлайн не перегнать, да. Да, конечно. Да, я уверен, что... Пацаны, сколько бы нас было без задержки, как думаете? 150-200. Подожди, а на Авиплей не стримит на английском языке? У них нет студии на английском? Нет, на английском нет. А, ну тогда мы бы PGL смотрели, понял, если бы на английском. Куда ты полетел, Феникс, ебан? Феникс, блядь. Ну ладно, нормально, размен нормальный. 4 в 3 это супер круто. Для террористов супер круто. Битик, хуитик, блядь. Ой, 4 в 3 уже размен. 100 тысяч макс? Челпи, 100 тысяч макс. Если бы задержки не было, братан, я думаю, ты бы охуел. Мне кажется, 100 тысяч. А если бы еще бы дропы выпадали, нахуй? А если бы еще и жопу кто-то показывал? Бля, это можно сейчас делать из-за задержки, в чем проблема? Не надо, пожалуйста. Бля, вот сейчас тяжело будет выходить, на самом деле, позиции пиздатые. Да, там еще Джек в спине. Ну, хуй сейчас дал то, что выходит, да, чувачки. Хантер получает сейчас в ебало одну. Дэмс. Блять,
добить, добить. Он получил ебало. Nice. Он получит знаю, свое, да. Один в один, перфекто. Один в один. Слышит, он увидел. Спинит. Прочитал. И уходит просто на, ему похуй. Пока, блядь. Погоня, только блядь. Да, один в один. А он до... Нет, он тоже умный, блядь. О, перезарядочка, найс. Слушай, он прям бежит за ним. У меня наушники сейчас сядут. А я что ему делать, брат? От него бежать нахуй? Коэффициент на первую карту 2.5 в джиту. То есть если джиту выигрывает, 2.5 коэффициент можно поймать на первую карту. Йоу. Не, перфект еще выигрывает, перфект еще выигрывает. Ай-яй-яй. Ну, он знал, что он оттуда выйдет, но не попал. Джакс в трениках чисто. Они бежит, оба понимали примерно, откуда будут чувачки. Да. Надо было ему до конца на пиксель рассеять этот голос. Бля, я не поверю, если Нави проиграет этот мажор. Я не поверю, такого быть не может. Все для них. Дядь, я чувствую, что они выиграют этот мажор. 2-1, 1-2, похуй, они выиграют. 2-1, 1-2. 1-2, похуй, выиграют все равно. 1-2 с победой. Там Саня подает кубок, это отожмет, по-моему, пойдет. Я вижу уже, как Саня приезжает в Киеве с этой статуэткой. 2-1, 0-2, похуй, 1-2, пацаны, поебать вообще. Он выигрывает этот мажор. Наверное, уже в наших сердцах получается. Коэффициент 2.8 на победу, блядь, что? Блядь, если сейчас они проебывают Ancient, то я проигрываю $1300 просто. $1400 с самого начала уже ставок. Блядь, это спойлер, походу. 2.8. Пиздец. Ну, значит, жесткий тёп. Так, алло, так спойлер висит у него на стриме снизу. На Нави 2.8? Да-да-да. А, на 9.11. Я только сейчас сказал 2.5, потом сказал 2.8. Бля. Жестко. Бля, перфекто. Нет, тильтуй. Что? Он сказал перфектно не тильтовать. Хорошо. Сейчас передадим. Окей. Okay. Чел пишет, а почему бит, а не флейми? А до этого чел тебе писал, Вадя, go Fortnite. Вырубай нахуй, погнали в Fortnite. Я вот всегда под эту сладку играю. Ой-ой-ой, луч! Подожди, ну нельзя это проиграть. Это невозможно проиграть. Бэмс-бэмс, Денис! Невозможно. Что, среди никого нету? Да пройди ты, блядь. Да пройди. Такой бочный вот, да ты заебал, ну. Не-не, это не должно. Какой шанс еще на Б должны быть, типа? Но я не верю, что это будет 9-1. Меня сейчас просто на побегут на этих двоих, и все. Диман, ты завтра свободен вечером? Да. Свободен, но ну, ты не нахуй. Мы договаривались, брат. Может, какой-то нахуй авиаудар, бля, произойдет с пончика, бля. Понял, как в Варзоне, блядь. Я не знаю, как такой раунд. Да не, Вадя, наверное, что-то перепутал. Я не говорил знаю. Ничего. Нет, все ты нормально. Говорил. Все нормально. Кайф. Они вообще сейвят. Все четко. Да не, да. А, я про кэф говорил? Да. Да. Это Илья сказал про кэф? Нет. Если вы про 2.8, нет. Это я говорил. Это Илья говорил, я ничего не говорил вообще. 2.8 я говорил. Если про кэф, про кэф ничего не говорите. Да, кэф это спойлер. Когда говорится кэф, типа ты понимаешь, что раунд выиграет. Все, меняется. Сейчас сказали, кстати, нихуя никто не прав был. Да. Не, вот я же искал, типа, спойлер. А чё все клоуна спамят? Просто. Смайл чат поставили, чтобы не спорить. Клоун это я, типа? Блядь! Сука, да нахуй! Ой-ой-ой-ой, блядь, два дропа проебали. И не... Выбьют, не выбьют! Блядь, не выбили. И три проебали. Ебать, еще три девайса отдали. Бля, ну нахуя, бро, ну нахуя ты это делаешь, блядь? Что? А что такое? Забей, блядь. Чё я такое? Не понимаю, блядь, зачем так делать, нахуй. Все, забей. Чё, Ликс хуй настал, пиздец. Не надо, какой хуй? Брат, ты сам сказал, онлайн надо, блядь, растить. Блять. Ну не такими ж, блять, этими, блять. Брелками нахуй. Ой, фух, блять, хорошо, что не тапнул. Чуть ниже, если прицел поставил бы жестко. А почему смайл мод, чуваки? Чтоб не счет не похуй! Откройте чат просто и смотрите без чата, нахуй. Поебать. Или заспамьте туда Нави сердечки и все, блять. Да, хуярьте просто Нави сердечки и все. Я чувствую, что это 11-10 в пользу Нави, нахуй. А если сейчас они выиграют, next AK? Не выиграют. Не, я имею в виду, если Нави выиграют. Согласен. Перебучь. Ну я просто подумал на это. Да-да, я понял. Ой, смотрите, а им там в спину СА заходит. Ну они ждут, наверное, да, это? САС. САС. Бля, надеюсь, сейчас Ника... Ай-яй-яй. Хорошо. Да не, блядь, ебать они сидят. 2-1. Хороший размен. 2-1 это отличный размен, блядь. А ждут? Бумыч! Делай грязь, нахуй. Делай грязь, я тебя умоляю, блядь. Что, раскинь?
Блядь. Чё, блядь? Блядь, куда он смотрел? У него прицел куда был поставлен? Джокс. Хорошо, 2-2. Симпл и бит против Хантера Манёка. Это самый легкий раунд нахуй в мире, блядь. Ну да. Легчайший, блядь, раунд. Не, чё, это не проигрывается. Против Аманёка, блядь. Не пожету. Ой, не убегу. Аманёк ферстап, алё, Вадь. Да, ну не двое, вот так и не это, это не считается, это ебать! Это, блядь, это жестко было, согласитесь. Причем там Аманёк был, он должен был сказать, что, типа, ну, никого нет внутри, типа, только есть справа. Аманекс не видел, Аманекс левого не видел. Да, лево. Я имею в виду, что зачем он смотрел вдали, если там, короче, странно. Я хочу посмотреть лица Аманекса, как он видел. Может, он убил Симпл, а он убил не Симпла. Ебать, это просто нас? Да. Я проснулся. Здорово, Стасик. Он, наверное, думал, что вдруг чел справа стоит в углу, понял, он его не увидел. Там же все могло быть. Так, это стакан? Стакан? Стас, сколько на G2 поставил? Я думаю, Стас не ставил все-таки. Дружище, информация конфиденциальная. А, все, поставил 50 тысяч на G2, я понял. Блядь, Стас. Я уверен, что Стас поставил этот, блядь, 2-0, еще и, блядь, что не будет даже этот, нахуй. Не, 2-0 не ставил 100%, а вот на G2 мог поставить. Ой, 4 чела, 5 челов в миду, сейчас будут. Стас, напиши мне, что я поставил. Очень странно играю, кстати, G2. Я не почему странно? И это Саня на фраге, Бэмс. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Могли загрызть, да. Могли. Не-не, тут вообще без шансов было. Еще один правее чуть-чуть. И последнего. Найти и закопать. Опа, здорово, нахуй. А я тебя знаю, бля, хунтер. Дота туся. Кулачок, бам. Дота туся. Бам. 12-10, но есть деньги. А вы заметили, что Simple очень мало авик стал брать на... Да. Очень мало, редко. Ну, за КТ сторону, за, видимо, за Т сторону редко, да. Да, за Т сторону редко играют. За КТ... Они еще с битом бегут. Я вам серьезно говорю. Я вот, типа, когда мы в жизни играли, и, типа, вот он ходит, да, он про авик говорит, что, типа, мне не надо авик, мне не надо авик, мне не надо. И он скидывает авик постоянно. Вот он, я не знаю почему, но он чувствует себя с рифлой, он себя с рифлой чувствует уверенней. Я могу объяснить. С авиком ты убиваешь одного, и тебя успевает разменять. А с калаша ты можешь, понял, типа одного, второго там забрать. Да, как-то не всегда, твои позиционки, брат. Не всегда тебя успевают. Да. То есть ну, он занимает такие позиции чаще всего, когда... Типа, СВП, он как ты тогда прыгнул. В литу убил одного, смог запрыгнул, убил тачку. Типа, ну вот тебе авик, вот тебе один выстрел. Да и тут он 4 забрал только что. Так, ладно, если сейчас Нави собирают 13, то, по идее, у Г2 опять будет так, это будет уже 14-10. Да, уже будет все хуево. Ебать, перфекто, чисто на ноге вылетает, между двух моликов горит, пизда. Между двух огней, да, блядь. Очень... Пол это лава, Влад А4, новый видеоролик, блядь. Ай-яй. По флешечку. Что-то они спешат туда. Не, они очень быстро полететь. Блядь. Там просто самолет, слышу, был пацанов. Ой, это очень плохой вылет, они что-то сейчас могут посыпаться немного, надо отходить. Не-не, ну, как будто поторопились, понял? Да. Пиздец, надо... как-то очень странно сыграли. Немножко почилить надо. Пол потеряли, электролит. Бам! Заксу, блядь, хаешка залетела. Если бы молик не залетели, то перфектно могут дать быстрый минус. Ну, хотели чисто, знаешь, такой, на нежданчик лютый, блядь. Потому что еще у электроника была ППшка. Вот, они их растянули. Из-за этого они быстро пытались сыграть. И сейчас могут еще раз... О, смотри-ка, сейчас вторая попытка. Они сейчас раскинут, походу, да, и... Смотри. Бит будет пытаться. Как будто 90% раундов они ходят всегда на эншите на Б. Ну так Б хорошая. Ну Б, слушай, там какая-то параша ебаная. Братан, там так легко кинуть смоки просто. Ты даешь 2 смока, ничего нахуй не видно, блядь. Да. Заходишь просто и разъебываешь планету. Они сейчас на Б могут, да, по идее? Вот, видишь, мог один полетел, сейчас второй должен. Ебать, тайминг, хорошо, что он подпрыгнул. Ах, повезло, Никита. Я там кузнечик, блядь, ебучий. Сыграй, Саня. Хорошо, 3 в 3. Найс, 3 в 3. Бэм! Да ебать! Ой, как повезло. На ходу просто спрей. Ебучку регает. Как это за... Знаешь? Ну, кстати... Этим. А, руку видно! Было калаш видно! А он не заметил, наверное. Разве? Да нет. Да, было видно. Да. Вообще ему тиммейты должны были сказать. Я думаю, они все-таки ну, в спеках сидят. Ну да, и же дохуя. Он идет проверять. Видел, да. Тихо. Аманек. Аманек. Перфекто. Ну, бит не отдаст мне. Сидеть до конца надо.
На! Лучший бит Валера, блядь! Легенда нахуй! 2 соло раунда нахуй уже взял, блядь. Не, бит жесткий, я говорю, нигде не попал. Молодой Йосы. Вадь, посчитай секунды сверху. 11, 10, 9, 8, 7, 6, лучше. Чуть-чуть отстает. У меня, может, у меня на 0,5 максимум разница. Да вы по демке ставили время? Да. А там задержка? Нет, по полной игре. Ладно. Да, ебать. 46, 45, 44, да? 43. 41. Выход в мидл. Ой, блядь, это дефолтный килл, блядь, злого, нахуй. Злой точно так же убивает зигла. Сразу палашек за карту выкинул. Да, злой зиглом это пиздец, находящий. Как же не хватает сейчас брата Ника, Хантер, вообще пока не хватает его. В смысле, вон он на последнем месте. Ну, я и про это и говорю. Нормально, все хватает. Наоборот, все хватает, отлично. Так, в смысле, у Ника тоже просто 17 киллов, типа, ну. Ну, это очень похоже, то, что 14-10. Ну, вот видишь, Ника не может играть так против Нави, как он играет против других команд. Ну, да, да. Как играть. Типа, у него нет такого, что он ходит и 30-ку настреливает. Чел мне написал еблоид, зачем? Изо рта пахнет просто. А, чистая, кстати. Реально? Угу. Да, они просто зайдут на игру. Они в кончике вдвоем. Ну и так. На пончике дым дали и все. Оп-оп. Ой-ой-ой, блядь. На нахуй, на нахуй. Нахуй. Обычный дефолтный спрей в смог, нахуй. Вот поэтому, видимо, Саня калаш. Ой, смотри, сейчас Ника пытается найти калаш, который Саня закинул за карту. Не, он понимает, что его нет. Бэмс. Вас дисконнектнули нахуй. Да, максимально, конечно, уверенно стреляется. Александр нахуй. Блять, походу это, кстати, этот полтора часа финала. Ну да. Смотри. Походу 8к уебал нахуй. Походу. Если сейчас Г2 въебывают, то бабок не будет нормально. А ты сколько ставил? Информация конфиденциальная. Мне кажется, я понял, что значит цифра 9 в никнейме стался коэффициент нахуй. Ну да. Это его любимая, блядь. 9 нахуй. Когда G2 с Непами играли, говорят, ребят, ну я на Непов ставлю, блядь, они у себя дома, нахуй. Чат будет помогать. Зрители помогут. Единственный человек на ванну поехали из дома. Ой, сладость. Ебать Неха в ахуе. Я так понимаю, на 15-й раунд может не остаться денег, да? Да, там будет, скорее всего, ФАМАСы или ППшки, что-то такое. Там микрозайм будет происходить, нахуй. Ну да. Мне кажется, Манёк реально подумает после этого мажора, вообще ВП это моё или нет, бля. Бля, можно. Давно пора задуматься об этом, кстати, давно. Бля, вот видите, вот Хантер это же брат Нику, правильно? Да. А фраги разные, получается, у братиков тоже могут быть хуи разного размера. Да. Но они не близнецы. Они не близнецы, Слав. А, ну да, бля, тоже. Смотри, они выходят в плент, на там, где три типа. И они их разбирают. Короче, я подумал такую тему, что вместо Манека, если был бы Кеннис какой-нибудь, то у них очень жесткий. А если бы Кеннис был бы? Я тоже хотел так пошутить, но оставил эту шутку для тебя. Спасибо, брат. Люблю шутку. Да-да-да. Все, что касается пениса, это слава. Больше, чем шутить про пениса, я люблю только сосать. Слушай, ну там смотри, как спрятался. Нет, это выигранный раунд, это 100% выигранный раунд. У них супер охуенные позиции. Они прям как будто закрыли их. Но проблема в том, что... двойка стоит. Смотри, как Элик сейчас встретит челов, похоже. Какой тайминг, Хантер. Первый. Да сейчас чел вот затылок от фермы отряхивать. Нормально. Дигла, блядь. Санёчек, блядь. Да, да. Саня вообще собран. Элику бы жить только. Бля, только тут есть проблема одна. Ебан-бубан, блин. Нормально. А Саня уже в прикрытии. Ой-ой-ой. А как вам позиция Сани? У Сани очень крутая позиция. Есть только... Не, размена здесь не будет быстрого. Они сразу или его убьют. Саня, справа, Саня. Он не дочекал. Позвони, быстро, позвони. Он не увидел. Позвони, блядь. Он же везет. Везет или... Блядь. Они его прочитали, ебануться. Ебать, Аманёк нахуй охуел. А вот тебе Аманёк. Аманёк соло взял на 2 раунда. Может быть, они видели его, просто он пошел дефузить и оставил его на Аманёка, нет? Хантер бы убил его, он даже его не чекал. Да, логично было убить.
Да хуй знает, блядь, судя по его счету, убил бы он его или нет. Не, просто Манек, я так понял, знал, что он там? Нет, Дима. Я сейчас сижу, короче, а Манёку инвайт кидаю в лобби, чтобы ММчики бануть, чтобы у нее уведомления были. У них интернета нет. Чисто, чтобы на карту уведомление пришло, чтобы карту было не видно, блядь. Да-да-да. Я его друзья добавил. Ебать, он меня добавил тоже в ответ. Короче, пишет, мне кажется, надо, типа, понял, знакомиться с такими челами, брать у них карту и в момент финала снимать с нее деньги, полоплачивать что-то, ебать. Чтобы они кипиш поймали. Да, такой, ебать, у меня с карты снимают бабки. Паузу! Телефоны забирают. Забирают телефоны. А, ебать, он тогда охуел. Каким проебал под какой телефон, а там снять я. Паспорта, паспорта тоже в джиту нахуй забирают, блядь, сразу. А какая следующая карта? Выигрышная для Нави, брат. Нюк, брат. Следующая карта тоже за Нави. Самая слабая карта Нави. А ты на что ставил, брат? На 2-0 за Джиту. Брат, через смог, на нам. Я не ставил 2-0 на Джиту? Не-не. Я говорю, я не ставил. А, не ставил? Ты пиздишь, Стас, ты ставил что-то точно. Ты бы так не морозился. Я спал, я проснулся только. Ну а чисто, тебя... а чисто кайф потрогать сладкий на джиту. Они могут, я сразу пошел поставить. Чё? А куда поставил? Ну, я думаю, я сейчас поставлю. На джиту? Да. Ой-ой-ой, блядь. Пишут, Вадя, закрой радар, блядь. Да, они сейчас эту карту проебут, я поставлю на них. Нет. А, по-твоему, подожди, они... Подожди, стой, стой, ты что, реально поставишь на то, чтобы джиту выиграть нюк? Они, мне кажется, ни разу не заходили на него, блядь. Там кэр-10. Ты понимаешь, что джиту не факт, что знаешь, что там есть второй плен снизу? Типа, ну, это будет сложно, брат. Ладно, если хочешь жестко реально сейчас купиться, Стас, возьми, поставь на убийство с ножа. С ножа на нюке, да, кстати, там в винтах вообще халява, я тебе серьезно говорю. Он от Даши отбивается, погоди, там уже, блядь, зашла нахуй. Под флешку. Там просто, скорее всего, остались последние 3000 семейные, нахуй. Да-да-да. Которые сейчас на джиту летят на 2-1, блядь. Мне кажется, Саня словит этого. Там уже обработка платежа идет. Бля, ебать, да. Система на эту катку отыгрывает. Ой-ой-ой. Да есть, блядь. Очень кратко. 15-11. Все, пацаны, сейвить. Сейвить! Сейвить! Челы ушли на сейв, бля. Сейв алерт. Блядь, вы... Не, еще рано выдыхать. Ну, мапоинт. Сейв алерт. Странновато как-то. Сейв алерт, Вич. Сейв алерт как-то странновато. По бабкам там залупа, да у них? По бабкам, ну, да. И тебя тоже залупа. Ну да. Да не, я честно, я когда ставил, я такой, типа, ну похуй на эти деньги. Ну так все ставили. Бля, ну если нафиг нет, то все, это 2-0 для Нави. А прикинь, нюк проебут. Да, да блять, хуй за это, это очень, вот очень мало. Не, ну нюк, чтоб проебать, я не знаю, что нужно. Это должно вообще не лететь ни у кого. Ни у бита, ни у симпла, ни у бумыча. GTA. Бля, мне кажется, джиту нахуй даже Бебри и Спорт свои проебут, блядь. Джиту, точнее. Да, Бебру, блядь. Как расшифровывается джиту? Геймерс. Две буквы G. Джи, good game. Бля, кстати, как реально джиту расшифруется? Геймер стол. Да. У них же раньше был красный логотип такой, помнишь, да, Стас? Геймер стол. Да, геймер стол раньше. Геймер салют. Ой-ой-ой. Бля, грязь, просто грязь. Ну что, и Ника забрали. Ой-ой-ой. Они знают, где он. Ама-ама-ама-нак. Хорош, Дим. Бля, Саня так ебет просто, как орешки нахуй щелкает. Пиздец, да, как будто, как будто на фейсете играет, да? Саня 30-ку уже нахуярил. А Саня понимает, что это вот шанс, нужно пользоваться. Ну да, сейчас перфект встает и умирает. В финале мажор, тридцатка нахуй. Ой-ой-ой, накоцал его. Флешечка, бам. Бля. Блять, она не сработала, типа? Не слепила никого. Если бы с двух кнопок кинул, может быть, нормально было. Мне админ мажор задонил, сказал. О, третья карта для аэропорта. Вот туда открытые почти. Ай, блядь, два. Но Манека 26 хп. Бумыч выходит, въебало, дает хантер сразу. Ну там сами вы. Не, Бумыч сейчас, я не знаю, грязь ставит. Угар нахуй. Блядь, Кирюха, ты ебаный демон. О, так это все, чел, беги, это 16, куда? Чего ты сейвишь? Сейвит, блядь. Ему сейчас дискорд скажет, что бежать нужно. Не, его ждут. Все.
2-0. Походу. Ставочка заходит. Вадим Казаков, у вас 99. Ебать его в жопу, нахуй. Ебать его в жопу, нахуй. Я выигрываю, нахуй, бабки, блядь. И сейчас еще мне авик падает. У тебя, наверное, больше, чем депо, я депо и делаю, блядь. Пиздец, нахуй. 100 000, ебать. Дядь, а я-то депнул и на победу первой картой, и на второй. Не, на медиахайпе мне сейчас должен допадать этот калаш, слышишь? У меня есть 60 тысяч, кстати, в стиме. Охуеть. Охуеть. Бля, это просто пиздец. Нет, если это 2-0, это охуенно. Это будет очень классно. Мне сподобаете. Мне сподобаете. А вот, чуваки, боты в чате есть? Боты могут 1-2-3 написать? Чуваки, чат? Да, можете 1-2-3 написать чат? Просто 1-2-3, ботики нахуй. 100 тысяч, 104 тысячи. Ваня, а может сделаем розыгрыш? Пока розыгрыш такое время. Что? 10 победителей по 1000, кто пишет в чат, Иван. Кто пишет 1-2-3 в чат, Ивелон? Кто пишет 1-2-3 в чат? Охуеть. Ребята, блядь. 1-2-3 в чат, розыгрыш 10 тысяч, нахуй. 1-2-3 в чат, Ваня выбирает 10 человек, и они получают по 1000 рублей. А мне сейчас выпадает калаш новый. Ты можешь прямо сейчас, пока на медиахайпе. Прямо сейчас розыгрыш? Да, я прямо сейчас просто буду тыкать по типам. Давайте, в течение 3 минут... В течение 3 минут просто спамьте 1-2-3. Ваня выбирает 10 человек, которые получают по 1000 рублей. Поехали. Админ мажора, спасибо большое за 300 рублей тебе, ебать, я в жопу. Ой, блядь, на медиахайпе калаш, пожалуйста. Все, умираю. Это мой последний стрим, ребята. Все, чуваки, спамьте, я выбираю по одному типу. Оп. Ой, блядь. Бля, ебать охуенно, нахуй, 2-0, блядь, 2-0 походу, блядь, 2-0. 2-0 финал на 40 минут, какатка на фейсите, блядь. Жесть, вообще. Ну это хорошо, кстати, что не best of 5, потому что это очень такая... Братан, без единой проигранной карты, нахуй, чё за хуйня вообще? Бля, я надеюсь, у них мораль ёбнутая. Вы можете в это, нахуй, поверить? Конечно, у них мораль ёбнутая, блядь. Просто изи, они сейчас просто всё забирают и выёбывают. Интересно, а какой кайф был? А к вам можно? О, да, можно. Чуваки, вам была встреча, отпишет чел с ником Якубчук. Какой кайф был на победу Нави в турнире? Фу, это вообще грязь. Был 2 с чем-то. 3, 5 где-то. А, 3, нет, 3. 3 был, 3 дабл. Батя, а ты по предикшенам на часть основную вот эту уже, ты все угадал? Нет. Нет, а что-то не угадал? Нижнюю сетку вообще не угадал, ничего. Я финал, я поставил, что Na'Vi выиграют, потом Virtus.pro выиграют, Heroic'ов, а G2 выиграют. Финал я угадал, а вот, короче, вот Virtus.pro я проебался, да. Ага, я понял. Чуваки, спамьте 1-2-3, срочно, максимально срочно. Чуваки, 1-2-3 в чат разыгрывается, легчайшая десятка, нахуй. Легчайшая десятка, блядь. Я уже выбрал 4-х. Нет, стоп, да, 4-х выбрал. Хуярьте 1-2-3. Ладно, так что быть, я чувствую, надо на ТГ еще забайтить, надо в ТГ сделать пару, слышишь, розыгрышей? Так, ладно, это ж финал, давай, Тёма, гоу, 10, 10 ножей по, до 10 тысяч, до 8 тысяч, нормально будет? Заебись. Только они кнопку, охуеть, наверное, сломают, нахуй. Не, ну нюк нельзя, не, проиграть. Кнопку они точно сломают, Вадь. Короче, там чуваки, сейчас выйдет розыгрыш в моей телеге на 10 ножей до 8 тысяч. До 8 тысяч, 10 ножей, 10 победителей. Можете зайти в телегу, подписаться, сейчас появится розыгрыш. Кстати, там еще я скинул девушку Бумыча, я, кстати, сейчас так охуел, это просто пиздец, блядь. Мне кажется, сейчас из-за этого будут заходить больше. Да, реально, блядь, девушка Бумыча поддерживает Na'Vi, я ебал, нахуй. Ну там пиздец, Бумыч на морали, мне кажется. Ебать на Бумыч на морали, нахуй. Он уже представляет, как, что, ничего. Как будет тратить деньги, блин? Согласен, блядь. А сколько там бабок? Миллион, да? Да. Солидный, ебать. Блядь. Но им еще сверху дадут миллион. За что, брат? А за то, что он этот... Пиздатые чуваки? Нет, не за то, что они за пиздатые стикер? Чуваки, а за то, что они выиграли 4 турнира. Нет, уже давали, уже давали. А, уже давали? Уже давали, Grand Slam вот этот. Grand Slam, я, да. Я слышал инфу, что чувам, у которых стикеры с автографами, будут по $1 000 000, кстати. Хуй его знает.
Ну это дохуя, по-моему. Ну бля, на медиахайпе выпади калаш, пожалуйста, блядь. Чуваки, еще двоих выбираю и все. В чат можете переставать, наверное, спамить. 1, 2, 3, сейчас проспамьте все. Сколько ты уже бабок потратил на эти монетки? 800. Короче, что, если считать, что я продаю вещи еще по лоу прайсу, то супер дохуя. Ну, то есть я открыл 800 кейсов. Чтобы вы понимали, я открыл 800 кейсов, мне не выпало ничего еще. Охуеть. Все, чуваки, ластовый чел, 1, 2, 3, проспамьте. А что это за сумочки ты забираешь? Это как раз таки это кейсы. Свинерки. Да. А сколько их там, слышишь? Их бесконечно. Нужен калаш с золотыми наклейками. Да блять! Ебать, это охуенно, блядь. Куда мне ставить еще 100 тысяч сейчас? На пистолетку, брат. Да нет, вы куда, блядь? Давай на нож, давай на нож. На нож? Да, на нож хотя бы 20. Давай 20. Нет, давай 100 тысяч на нож, на мужика, похуй. 100 тысяч так, что будет нож, Вадя, слышишь? Да, я тоже. Скажи, какой кэф, скажи, какой кэф. Не знаю, сейчас гляну. Ну тебе не жалко поебать? А, у меня нет на... У Райза на сайте нет, что будет нож. Бля. Овертаймов не может быть, правильно? Овертаймов? Не-не-не-не-не. Ребят, чтобы вы понимали, на победу G2 сейчас кэф 8, нахуй. 8, блядь. Ты подзалил уже, Стасик? До 9 нашел сейчас, понизь. Ладно. Я закупаю на крафт вещи, похуй. Сколько у меня минут есть? Еще есть, я смотрю. Ладно, я закупаю, короче, на крафт вещи, после второй карты делаю крафт. Я смотрю с задержкой, так что я скажу, если что. А что крафтить будешь? Я закупаю вещи на крафт, я не знаю. Что скрафтить? Чат, что скрафтить? Драгонлор. Ну какой ты долбоёб драгонлор, нахуй. Мне денег не хватит, блин, драгонлор крафтить. Сувенирный, брат.
А, это вот это, блядь, хуйня, блядь, волосатая, блядь. Блядь, это собака вот эта твоя? У меня чел чуть не сожрал, блядь. Ебать, думал, утка ебаная у кого-то в хате, блядь. А как юсп, а как называется юсп, слышишь? Какой юсп? Сейчас скажу. Блядь. А может что-то другое закрафтить? Может что-то другое закрафтить? А что тут делаете? В смысле? Что делаете здесь? Алексей, мы смотрим матч. А зачем вы смотрите? Это 2-0, вы не, вам не говорили? Мы поставили уже на 2-0. Так мы смотрим на 2-0, я 100 тысяч на 2-0 поставил. А-а-а, так понятно все. Тогда я поздравляю вас, вы выиграли деньги. Чуваки, запостил розыгрыш, чуваки, запостил розыгрыш 10 ножей до 8 тысяч, просто обычных, 100-долларовых, по 100 долларов, 10 ножей по 100 долларов. Нужно нажать одну ебаную кнопку. Одну кнопку. Все. Я участвую. О, блядь, не надо подписку на второй канал. Не надо, не надо. Все, я участвую. Чего? Вадим, вы послушали озвучку? Алексей, не успел еще. Не было времени, Алексей. Ну что это такое, значит, не успел, Вадим? Алексей, вообще пиздец все нахуй. Алексей, но, я послушаю сразу, но... же, сразу же после стрима, обещаю. Это же ваш сервер, Вадим. Я а понимаю, Алексей. Алексей, мне 100% понравится нахуй. Алексей, обещаю, сразу же посмотрю. Здорово. Здорово. Так, мне нужно купить какую-то вещь. Что мы крафтим? Чат. Гунгнир. Гунгнир. А Гунгнир там что нужно? Мьёльнир? Там Мьёльнир за 150 тысяч, алло. Не, Мьёльнир не хочу тогда. Да похуй, ладно, Тём, пусть будет, поебать. Ой, там вторая карта сейчас будет. Да. Уже начало? Все, они уже обнялись. Так не, обнялись, это не значит, что еще это. Все, надо трахать. Просто эмоции. Не-не, там еще не за... они еще не перезашли. А, то есть, Алексей, если они, блядь, обняли, обнялись, значит, надо трахаться, правильно? То есть, когда вы меня на своем дне рождения обнимали, блядь. Ну, Вячеслав, мы не только обнимались. А сколько это стоит Чинкуэда? Тоже дохуя должна. Да, Вать. Там это все старые, не шучу, очень дорого стоят. 1060, наверное, Чинкуэда стоит. Это который что принц крафтит? Чинкуэда? Это принц, который крафтит? Вадя. Новые роллы запеченные, брат. Тёма, у меня есть Мьёльнир. Слав, поехали в баню. Мне Тёма говорит, что у меня есть Мьёльнир на втором аккаунте. Зато ты меня любишь. А, нихуя себе. Крафтим Гунгнир? Да. Конечно крафтим, Вадь, что за вопрос? А, и Чинкуэда у меня есть. Наебал. Не Мьёльнир? Не мёлся, четко это. У кого-то здесь есть клавиатура от... нельзя говорить, наверное, да? Или можно? Можно, наверное. Фирма, можно? От Logitech у кого-то есть клавиатура? Вот у всех, последняя? Нахуй! У меня. Вот. Вот сверху у вас есть G1, G2, G3, G4 есть? Нету. Чё, G2 можно выкинуть? Нет. G2 оторвал и выкинул, бля. Хорошая, я... Нихуя. Я когда ты про клавиатуру сразу говорил, я сразу что-то понял. Сейчас в телегу скину. Это дополнительные кнопки. Тёма, а как я этот? Я не помню, что там к чему. Сейчас будет уже... Пистолетка? Похуй, да. Крафтим, короче, принц после этой игры. Сейчас я себе скидываю. Всё, я захожу в игру. Да, там пистолетка, Вадь. Взлетай быстрее, я тоже скидываю. А, там... Ну, ага. Всё, после этой игры крафтим, короче, Что там, начинается? Грязная хуйня. Ставим паузу. Все, мы ждем время. А я сейчас... так, мне нужен... это вот этот телефон. Все, чуваки, переставайте пока что спамить 1, 2, 3. Можете Нави сердечки хуярить. Все, чекайте. Нави сердечки хуярьте. Два ноль! Два ноль! Два ноль! 2-0! Вадим, Вадь, а ты ставил на что? Ты 100 тысяч куда садил, Вадь? 100 тысяч на 2-0. А вторую не знаю куда. Сейчас буду решать. Лёх, ты ставил? Ставь на вторую пистолетку. Да, я на вторую поставил. 100 тысяч? Больше будет. Нет, это глупо, Иван! Я вывел тотал больше, и сейчас... Иван! Хорош, бро. Много ставил? На первую 4, на вторую 7. Спасибо. А что ты ещё можешь поставить? На что я ещё могу поставить? Хуй его знает, блядь. Походу пиздец. Короче, у меня остались ставки на победу.
Сейчас, 40 секунд, 40 секунд, 40 секунд, чат. 40 секунд, 40 секунд, 40 секунд, 40 секунд, 30 секунд, 30 секунд, 30 секунд, 30 секунд, 30 секунд, 30 секунд. Ты пока слышишь, ждать будешь, уже вы, это, их уже выебут в ротик, бля. Там реально быстрая каточка будет, там слишком быстро. Я уже посмотрел, Нави 1-0 выигрывает, блядь. 1-0? Ага. 12-0 уже. Дядь, 13, пиздец. Ебать, ничего, раунды берут за секунду? Там же чел, читом плентит бомба, она сразу взрывается. 3 секунды. Бэм! Все, на, выиграли, брат. Ну, блядь, ебаный кабанчик. Ты смотришь, что ли? Так, я смотрю. Так, первый раунд проиграли. Кто? Нави. Нет, не может быть. Может быть, может быть. Ладно. Я не могу поставить я даже... Поставлю 10 секунд, бро. Сейчас, секунду. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Больше никому не надо, да? У меня задержка на 2 секунды, ничего страшного. 3, 2, 1, 0. Поехали. Лучший. Shift 2 на внизу и это сделай как-то. Ребят, ребят, совет нужен ваш. Так. Как вы думаете, если я для Марии подарю на 3 дня в Будапешт путевку, она ей понравится? Мне кажется, будет понравиться, если ты для Марии подаришь себе бабочку-нож гамма-доплер. Согласен, согласен. Ой, дурила. Ну, если она поедет в Будапешт по Свидука, то вообще кайф будет. В смысле, со мной поедет? А, ну... А я думал... А я думал... Я думал, Свидук... Я думал, Свидуком поедет, блядь. Не, с тобой хуйня тогда. Нет, с тобой реально залупа. Я думал, ты жене дашь это тебе. Да иди в жопу, все. А я думал, жена реально сама поедет. Да все, отстаньте, все. Соедини. Блядь, ну и жопа, конечно. Ты еще про кого? Ой-ой-ой, Хантер зашел. Мы же только что говорили про жену Алексея. Не, он про жену имеет. Все, конец раунда. Ну что, это 2-0, да? Там багетики французские такие. 16-2. Так, а что я смотрю? Надо официально трассу. Блять, закрыто, короче. Закрыта ставка, пиздец. Ничего невозможно поставить. Почему? Ребят. Победа и на второй карте только один. Все, все закрыто, я не могу. И на пистолетку нету? Поздно, поздно. Ничего не могу залить вообще. Так уже все, выиграли, брат. Так вы, да, как бы поздновато. Я бы еще завтра поставил. Лев, спасибо. В смысле, так я лайф ставку хотел сделать. На, ну лайф, все уже. Костян. Только офлайн есть, брат, ставка. Вот такое эхо. Костян. Вот это. Кто это сказал? Это у меня. Это Стас. Он уже квартиру продал, нахуй, чтобы ставку сделать, блядь. В ангаре сидишь где-то? Где-то в ангаре, реально. Я тебе говорю, брат, он хату заложил, нахуй. Не, эхо из картонной коробки так иди, да. От картона нет эхо, брат. Ну. Ой-ой, как. Физик-теоретик, ебать, Алексей Пчел. Ой-ой, Бумыч должен забирать Ника. Забирай. Ай-яй-яй, сука. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, блядь. Ну а Монак на рампе это не бит, конечно, на рампе. Поэтому... У тебя задержка злая, походу. А, Вадим Косаков, прошу вас отложить свой телефон. Да, все, я отложил, Алексей. Ты ставочку оформлял? Я Ваня! Иван, я отложил, Иван. Так, это будет... Личинку, надеюсь, Вадим Косаков. Ситуация у нас плохая, кстати. А что у вас делают со спойлерами? Ой-ой-ой. То же самое, что и с бамперами. Ладно. Красят. Строго, какая секунда у тебя? 45, 44, 45. Так, ну этот раунд, кстати, похоже, что его не проиграть. Похоже? Ну, похоже на то, что они просто сейчас будут гамбиты... Ой, гамбиты, блядь, Г2 выбивать. Угу. Гамбиты. Г2 максимум шумот выбить. Уже охуел, я думал, гамбит зашли на сервер, нахуй. Я тоже думаю, что за хуйня, блядь. Помогать G2 Pro, и все равно сосут, блядь. Ладно, извините, гамбит. Это похоже на то, что 2-1. Интересно, 16-2 будет такое? Сам, как ты думаешь? 16-2? Нет, 16-5 будет. Мне почему-то кажется, ну, в районе вот этого, да. Я думаю, 16-10. Ну, я думаю, 16-10 или 16-11, да. 16-9. Это такой диапазон. Потому что предыдущие 16-9. Все нюки, это потные нюки. 16-10 будет. Ну, там жарко просто в помещении, блядь, поэтому ну, они да. Потные, блядь. На самом деле, мне кажется, у Нави очень жесткий нюк. Чуть-чуть, конечно, они прям нашинкуют жестко. Не-не-не, ну, у Нави 11-0 нюк идет за 3 месяца. 100% фейнрейты. Они да, уже блядь. Взяли 2 в атаке. Куда вы? Летите. Готовьтесь ты, просто... Ты за спойлером, что ли, блядь? У нас один пока, алё, ёбаный. Не надо! Лёш, да не спойлери. Да нет, в смысле? Да нет, я не спойлерю, я имею в виду, что... Да нет. Что у них винрейт 6 месяцев, 100%, 17 игр подряд. 3 месяца.
Какие 6? Какие 17? 11 игр, 3. 17-0, мне говорили. Чего? Сейчас. Это кто, Стас сказал? Нет. Когда ставил на коэффициент 10, нахуй. Сейчас же тупо любого возьмут, ебать. Одну-то должны проебать, блядь. Сейчас, блин, вот их серия, блядь. Ставлю на КФ-8, нахуй, 1150, последний, нахуй. И эту ёбаную шиншиллу, бля, крысу нахуй тоже, бля. Электроник чисто, электроник чисто проверяет там Анеку. У него шиншилла есть? Ну как она там, блядь? Шиншилла, это фулл, мне нравится. Ну как она зовут? Прикольная. Как она, как порода какая? Шанель её зовут. Шанель зовут. Йоркширский терьер. Йоркширский терьер. А, вы про собаку, я думал, реально. А, вы про это, я думал, вы про это. Ой-ой-ой, Настя. Ой-ой-ой. Кстати, тихо-тихо, подождите, не спамьте, не спамьте. Он без него. Нас сейчас пиздеть будет, нас сейчас будет пиздеть. У него девайс из команды ушел, нахуй, теперь без наушников. Ну, давайте собирать. Нормально комментируйте, ребят. Соберитесь. По факту. Смотри, 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 должен забирать Хантера. Диман, господи. Пока, пока. И последнего забрать. Баба. Заебись. Туда их, блядь. Бля, почему? А, я не ту трансляцию смотрю. И вело 92. Алексей, ну что такое? Да я ошибся. Я думаю, почему я знаю результат, а вы еще нет. Все, интересно, я... почему же, блядь? Все, ой, все, ой, включил, все, включил, все. Этот все. Чел показывает то, что они купили новую случайно. Минус ногу? 1200. Кто? Нави случайно мискликнули, купили дробаш. Они бэкап делают? Это очень жесткий удар по или... экономике. Не, бэкап, видимо, не сделают. В таких случаях не делают, наверное, бэкап, типа, случайно. А я, кстати, видел были, то, что делают комбайн. Были такие ситуации, были, бэкап. Но это редкость. Ебать, они смотрят. Сейчас вам сделаю жесткую пролетку, чтобы вы в ахуе были от продакшена. Зажми Shift 2, нажми, Shift 2. Ты сейчас снимаешь, там остается число. Бля, в Дискорде такая пролетка, ёбнутая, в 0 FPS. Они нихуя не будут. А когда гранаты бросают, вы нажимаете Alt? Да. Какая у тебя сейчас минута, брат? 3, 2, 1, раунд. А что дается Alt лёг, когда гранаты летят? Он захватывается на гранате, и ты видишь, как она летит, траекторию гранаты. Ты прям, короче, ты сразу есть, этого. сразу так, есть так, ощущение продажи. Главное, чтобы Хантер сейчас ничего такого не сделал. Да не-не, так, тут, скорее всего, тут скорее всего 4. Ой, я увидел помощь. Ой-ой-ой, ебать. Ну. 1-1. Блять! Ну, блять! Фига там чел красиво повис! Блять! Элик хорош, нахуй! Знаешь, чисто, и каму не вниз. Ебать лох! Тихо, тихо! Тихо, Слав, нельзя! Слав, тихо, Слав, нельзя так! Я про себя, долбоёб! Я же поставил на... Кстати, вы вчера вот... Нет, Алексей, нет. Аккуратней. Про кого? Про лягушек. Нет, про ничего не говорил. Алексей! Мне просто писали вчера, а не Вадь... Не-не, Алексей, хуйню несут ваши доносчики. Ебать, чел рофлит. Это мой типичный тиммейт, блядь, в 5 утра, нахуй. Фишечный молик. А вы понимаете, что мы часть истории, или нет? Или вы просто, типа, по фану смотрите? Да, эй, это легендарная хуйня! История, да, история. Мы творим историю сейчас, блядь. Еще часть общества знания. Мы находимся в тот момент, когда Нави выигрывают всех нахуй 2-0, блядь. Реально. Алло, чё? Блядь, я же его не заметил! Они его поверх смотрели. Потолочек. Выигранный раунд, изи клэч. Изи клэч. Бля, как он его не заметил? Блин. Случайно забыл X4 отжать. А что такое X4? Там да я там настраивал. Это Wild. Сука. Опа, Нави какая стоит. Через 6.5 часов забирает в армию. Пожелаю удачи. Давай, брат, тебе ебать там нахуй. Хороший катер. Я так понял, кого-то из G2 нахуй, судя по скорости, как они играют, блядь. Аманека, блядь, 29 лет. 29 Аманеку? Аманеку 29, охуеть. Аманеку 29? Да. Байстаркинс. Слушай, ну Ликс тоже, блядь, выглядит не на 37. А на 36. Не, а мы на 28. Тебе 35 чё? Су 35. Да, 35, ещё молодой. Ну как сказать? Я просто ощущение, как будто день рождения Ликса празднуем по 10 раз в день. Так. Бля, сочетают ли Ника в этой позиции? Ой-ой-ой, блядь, электроника трахнули. Ника еще каким-то образом умудрился подгореть в этой ситуации.
как этот КС подгорает постоянно. А как включить, пацаны, на Go to Wake? У меня что-то не включается. Смотрите, Жужок сделал. Просто Джек. Я ебал. Нажать тап, убрать. Включил, да, не видно. А, что прописать в консоли? Спик-шоу, X-Ray. Опа! Из такой ситуации, смотрите, ой, кстати, ой, что получается. Из 2 в 5, 2 в 3. Смотри, монок тут должен сейчас убивать, если... Да, если убивает, то... Санёк выебет их. Ну, Саня может такое взять. Оп, сейчас спину убивает. 4 патрона. Бля. 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 Нормально, 4-3, охуенно. Ладно, они за атаку играют. Ну, вы, конечно, зачили. Ругаетесь. Извините, Алексей. Ну жестко было сюда. Блять. Кстати, как вам Хантер и Ника? Пока Хантер включился наконец. Да. Меньше его не было, блядь. G2 топ-2 написал. У Нави фулл эко. Чисто два глока, два дигла. Можно развалить. И один по 250. Электроника, две граната. Ну тут нет, тут. На, тут скорее всего Unreal. Беда, да. Ой, блядь, если сейчас голову-то залетело бы. Минус 27, один хит. Что-то у меня X-Ray нихуя не врубается, мужики. Выключи X-Ray, выключи X-Ray в табе и напиши спек, шоу, X-Ray 1. Один. Один. А в табе ты выключил? В табе. А, все, заебись, да-да-да, все. Какую цифру говорит? Спасибо. А там просто не писал, почему-то 2 нужно написать. А кто может такие салфетки купить, которые вот впитывают? Кто угодно может. А где их купить? Какой пот ты имеешь в виду? Ну, пот. Алексей, туалетная бумага. Ну да. Какая туалетная бумага? Вот полотенце. Какие салфетки вы говорите? Ты имеешь в виду какую, игроков? Игроков, да. Так это не салфетки, нет. Это хитрый мякушек, чтобы пальцы разминать. Нет, это специальная штука, которая нагревается, и у тебя руки холодные, она... Салфетки, которые... Она еще впитывает. Впитывает, может злой посоветовать. Зайди, брат, спортмастер, декатлон. Там еще стельки есть, слышишь, с подогревом. Ой, ебать, я хаешку под тиммейта дал. Минус 35 хп. Велика 2. Бабури. Диман. 2-0 в кальянку. Диман, как ты думаешь, если бы вот ты вот заколил один раунд для Нави? Рабочий молик. Выигрышным? Разъебали бы, брат. Слушай, а если бы ты заколил, то какой это раунд был бы, скажи просто. Проигрышный. Давай представим следующий раунд. Ну кроме ножей, Диман. Как он будет звучать, брат? Ай-яй-яй-яй. Зашел спик, блядь. Сучара. Диман, а ты вообще на Нюке играл? Крису сыграл. Блядь. Нормально. Джек, что творит, блядь? Джек. Джек. Не, я играл в Нюке. Так называешь его, как будто вы с ним в одном двору, блядь. Джек. Ты чё, братанчик, ебать, Джек, блядь. Ебать, ты чё, в аккаунт не зашёл? Джек, воробей. Он с Тима зашёл. Он с фейка играет, слышь, но он с Тим реально, блядь. Пиздец. Ой, Вадим, у нас праздник личный, знаете какой? Личный? Какой? Уж руда, 48 тысяч, у нас 77. Это учитывая факт, что он без задержки стримит. Да. Ну им повезло, они без задержки. Ну, у него зато у него на Валоранте было по 100 тысяч. Он еще и баннеры, блядь, не поставил, я ему еще репорт кину. Ты сейчас сказал, у него уже 51, блядь. Эй, ты еще, пацаны, не переходите к шруду. А почему он реально баннеры не поставил? Что за хуйня? Не знаю, не захотел. Потому что им можно. Потому что у них правила другие для региона. Это для СНГ только, да. А-а-а. Они типа такие. В СНГ 9 правил, чтобы вы понимали. Жестко. Ну хотя бы посмотреть можно. Спасибо на этом. Блин, Косаков, продемонстрируйте пролеточку. Бля, интересно, а если бы мы бы реально на английском пиздели, нас бы какой трансляции отнесли бы? К русской или или к англоговорящей? Смотря сколько у нас. Какая у нас аудитория, СНГ, понял или нет? Hello, my name is Loy, thank you for watching. Блядь, not bad English today. Вячеслав, what about your English language? Good. Thank you. Да нет, взять, позвать, это самое, блядь, переводчик. Кто там дует, алло? Это я, шеф. А, понял. Здорово. Дымная чашечка, алло. Да. Как вам пролетка, чат? Так, все, вы ебанутый. А нажми, слышь, нажми Shift+2, Shift+2. Ну, строго лучше получалось. Не надо Shift+2 нажимать, иначе он там собьется что-нибудь. Давайте. Нет, не F2, а 2 просто. Или как это делать, я забыл. Да, Shift 2, 3, 4. Так у меня карта открывается. Какая-то хуйня, раньше можно было как-то делать так, чтобы пролетка такая была. Другая кнопка, у Вадима перебинжена, да-да, с Shift'ом, у меня тоже нажимается Shift'ом все. Shift 2? Что это значит? Да, Shift 1, 2. Да там автоматический пролет включается. Обсервер, блядь, 192, ну-ка ебани жесткую пролеточку. Кинематографичную, слышь прям?
Как Бондарчук. Блять, тут ёбаный режиссер казаков. Тут текстуры ёбаные, слышишь? Кстати, Вадим, а какой у вас известный режиссер в Украине? Злой. Так спросил, как будто он админки на Поцка нахуй. Ты режиссер. Типа есть там Бондарчук. Шо-шо-шо. Режиссер тебе нужен? Да, блять. Ну, известный. Смотрите, чат. Чат, смотрите. Довженко? Довженко. Бустеренко? Довженко. Последняя пролетка, жесточайшая. Она видела этот раскид медан. Блять. Улица, точнее. Так, смочки есть, все есть, это хорошо. Главное, чтобы Ника не нашил сейчас никого. Я а, у Некса позиция есть. Хорош, Элик, лучше ебать. Как, что? Вы заметили, сколько раз Денис Шарипов, блядь. На такой теме, что у них остается 2 хп, просто забирают да. на себя. Да, 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 чисто с головы с калаша. Это скилл. Что? Что это за скилл? Главное еще, кстати, у того чела убить первого. Скилл это там есть стан, типа, телепорт. Oh, yeah. А, это Black Hole, да, который дает? Не надо, блядь. А че электроник птички не завязали? Долбанёк, блядь. Сейчас шприц достань, чистый. Не, ну это массовый дамаг. Не, ну кстати, чувачки, которые в ММО играют, они шарят, что это такое. Да, это в ММО. А, Хантер кладет на двоих, Элик разменивает. Но ситуация все равно такая. Красный. О, блядь, такой. Либо сейчас бы сгорел бы нахуй еще. Как вам позиция Битай Перфекта, кстати? Симис Гуччи. Перфектли. Извини, Вадим, я не хотел. Я просто про массовый дэмэдж. Да все нормально. Тихо. Бля, мне кажется, после этого турнира бит сменит никнейм на мегабит. Так, мы выиграли? Ладно. Хорош. Мегабит, это, кстати, интернет. Ой, ебать, блядь. Что? Ебать его, блядь. Я умею электричество проверить. Ебать. Бля, заметили. Аманек запалился. Ника. Метакошку звали когда-то. Вот а смотри. Есть инфа по двоим. Они вдвоем в длину ушли. Ой, как выше. А бит видел, что они выскочили? Нет? Успел он заметить? Он... Ой-ой-ой. Элик еще одного убивает. И не посыпал наверх. Ебать, ебать это будет хопники. Они его это... Он ушел? Диман. Ебать, он бешеный нахуй. Это просто он соло выиграл раунд нахуй. Как же они мансу. Это пиздец. Ебать, черепашка ниндзя просто попрыгал. Скоп-скоп нахуй. Тяжело. Блин. Да, не надо, лучше. Давайте закомитим. Пама, лучше, да, да, лучше без, это, без лишнего чего всякого. Без пама. О, заебись, тихий раунд, поехали. Погнали. А вот сейчас бы еще один пятый не забрали, чтобы был 5-5. У Г2 не будет денег. Ой, блядь. Ой, блядь. Стейк. Как он? Ладно, размен. Николай сразу окочурился нахуй. Нашли завтра. Так. Перфектор сейчас должен убивать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот собрать два манека. Видит, видит, видит. Умничка, блядь. О, лучше. И бит еще. Бэм. Ой-ой. Блядь, проскочил. Не убили, заебись. Там убом еще бомба. Бомба, блядь, бомба у меня походу быстрее, да, чуть-чуть, чем у вас? Да, у тебя побыстрее, видимо, у вас на секунду две. Сука. Видели, какой полис? Все, нормально, сейчас должно забить. Электроника с крыши. Бля, сейчас сверху... А он, ну, он не будет, он не должен читать вас. Они даже разминулся, типа, схуяли он должен чекать. Не, он должен читать. Но он только спину, он спину задел сейчас только, вот он не услышал, да, как-то спустился там? Да ебать, игра таймингов чистая. Сейчас он его опять убьет. А нет, блядь. Причем, слышишь, электроник, ты повернулся, уже выебать нахуй. Слышишь, ой-ой-ой. Да, Джак Страйк уже спамился, убил. Читы за перфекта. Что, Нелли, отъебись. Понял. Алашек, наверное, нужно перфекта, да, подхватить будет. Мне кажется, Хантера должен выиграть этот раунд. Мне кажется, перфекта должен спрыгнуть сейчас вниз, да? Кузя, смотря куда пойдет. Ну хотя позицию Хантера заебись. Бля, 20 секунд. Не, Илюха должен понимать, что рампы чистые, типа, сейчас, потому что в смену боже зашли. Ну, блять, где-то он там находится, ну, типа, перед лобби. Он как-то не в он думает, что бомбу контролит, понял? Опа. У вас норм все? Залагало. Да, но. Бля, ну ебаный сыр, нахуй. Бля. У вас нормально? У кого нормально? Не, у меня зависло, у меня зависло. А что, кто выиграл? У меня тоже нет. У всех зависло, да? Сейчас скажу. Если у меня нет. Там таймер пока что. У меня работает. Походу упал. Хантер выиграл. Г2 выиграли. Г2 забрали, но.
Вадя, там что-то, там что-то Илюха поставил. Дим, у тебя... Мне заходит прям сразу. Заебись. Фух. Фух. Сказать секунду тебе. А тебе сейчас надо опять задержку типа ждать? Да, да, да. Сейчас. Не-не, все нормально, чат. 0.29, 0.28. Так, тяну его паузу. Отмотать нельзя, Артур, он не сможет отмотать. Да. Ему только паузить. Мне надо паузить, как я назад отмотаю. Ну... А, тогда давай мы под твою подстроимся, не? Да. Пока мы ждем, так, расскажу вам анекдот. Ебутся как-то два клоуна, и один второму говорит: сейчас вот Нави карту заберут, я на G2 поставлю. Ладно. Ну, блядь, что делать, нахуй? Надо что-то говорить, блядь, ебаный бомба, нахуй. Не, правильно, мне понравилось. О, Варпач, спасибо за 5000. Варпач. Варпач донит 5000 и говорит: ставлю Tesla Play, что Нави затащат. Что Нави затащит. Заметьте, эта игра на Нюфе Нави сложнее дастся, чем вчера. Слава Бустер, чек. Пообщайся со Стасом, Варпач. Слава Бустер говорит: чек инсту, сука. Какая сука? Ну ты, типа, он сказал, что ты сука. Блять, зачем нахуй? Ну, потому что не чекаешь инсту. Ну, Калининград с вами, с кем с нами? С нами. Что он от этой Теслы выиграет? По крышке только, блять, или что? Ну, кстати, если бы он Теслу залил на Нави, на КФ-1-2, прикольно было бы. 12 миллионов рублей, кстати. Извиняюсь. Ты что, тоже умираешь, или ты просто рофлишь мне? Не, я подкашлялся. Чё? Слюной, знаешь, бывает, давишь со своей. Подкашлялся, блядь. Слюной давишься, тебя чем там в рот ебут или что? Нет, своей же. Когда обильное выделение, когда в ротик трахают, бля, понял? Бывает, давишься. Ты, я вижу, эксперт в этом, да? Ну, естественно, брат, я тебя просто с анатомической точки зрения проконсультировал, как это работает. Погнали. Бэмс, дэнс. Ты запустил? Да. Бурмалда. Вообще, а что надо было сделать? Нажать на паузу, типа, тоже, или что? Да. Да. Ебать, у меня телевизор исчез в игре, нахуй. Как подключиться к серверу теперь? Блять. Перезаходи. А, все, нашел, вот тут вижу, да. А, там есть еще матч сам. Да-да-да, я нашел. Ну, заебись, Нави забирают пятый. 6-5. Да не, все. Илюх, ты тут? С кайфом. Да, брат. Сколько Нави хватит раунда в атаке? 7 хватит? С головой? Да, им уже пятака нормально будет. Если они парочку возьмут, вообще будет клево. Да. Пятака от Варпача он им тоже закинул. Спасибо за 5000 рублей, Варпач. Спасибо, big thank you. Какая секунда у тебя? 4, 3, 2, 1, старт. 52, да, 51. 50, 49, да. 48, mm-hmm. 47, на 46, секунды, 45. Ника, блядь, не знает, что нахуй кинуть. Перебирает, для тебя ебут. Он думает, да. Это когда чай пьешь, блядь, думаешь, блядь, с чем нахуй, с печеньки, блядь. Ой-ой-ой, не убил. Так он же не пропал никуда, Лех, блядь. Лешка, ты ебать мой залупу. Нихуя там проперся, пенсил, ёпта. Ладно, электроник, один в три такой берется, смотрите. Ну, вообще не похоже на то, что берется. Ну, мне кажется, вряд ли. Ну, позиция хорошая. Чилы не знают о нем. Еще одного. Что? Проверил. Что-то по срыбе немножко. Что-то он прочитал его. Да, он проверил его. Будет 0 бояться. Санечек, еби их. Бля, у бум еще пока не идет. Ну, маленько, да. Так, сейчас, секунду. Я себе скину на крафт, пока раунд идет. Угу. Что, приходят деньги с банка? Так там подожди, там. Мне нет. Там пауза у тебя же, правильно? Да. Да, пауза. Да, пауза. У меня, оказывается, есть Чинкоэда на втором аккаунте. Бля, Чинкоэда стоит 50 тысяч, нахуй. Бля, если бы мы тогда знали, нахуй, мы их тогда покупали, бля, по 8 тысяч рублей вообще. Это смена раунда? Не-не, это не смена, это пауза, да? Это ж меня рендерни! Блять, а почему есть пауза по 30 секунд, как будто они премку на фейсте хуярят? Ну, так вот там. Блять, а как найти Чинкоэду с телефона, бля? Бля, Чинкоэду наш выглядит еще как ширп ебаный, да? Я просто... 700 скинов в инвентаре на втором аке, блядь. Ищу Чинкоэду, нахуй, сижу. Так, ситуация у нас 7-5. 7 из гамбита. 7-5. Чё они 7-5 играют? Ну чё за хуйня?
5-5 же надо, ладно, все. 7-5 у Нави full buy. Full buy сейчас. 2 калаша, 2 тека. Джакс чуть не подставился. Да, Джакс 17 на 7 идет на этой карте, блядь. За весь мажор, походу, ну да, играть. Да, он решил за все раунды раундов набрать, блядь. Сейчас, секунду. Мне кажется, он просто начал нахуй на КД хуярить, понял? Испугался, что стата просядет на халтове. Что кикнут из команды? Она и так просядет. И так кикнут. Так, Аманек не промазал. Жалко. Походу, надо... Блять. Блять. Ну все, два тека забрали, остались все девайсы, которые... О! Чё? Таня! Ебать! Типа, хочется, что он на раунд стрелял. Да-да-да. Ну типа, заходите, он там последний залетел. Ну я не хочу. А, так тут 2 в 3, стоп, еще не так все плохо. Бомбу въебали. Да. Все, идет сейф. И 33 секунды. Да, ну тут Джекс идет со спины. Блять. Жди еще одного. Красава. За кого? Ты за кого болеешь, долбоёб? А, блять, я думал, это наши ебашут. Ебать, ты охуел. Крыса, ебать, крысёныш, сука, блять. Сиди, блять, красава. Да, ебашут, блять. Так что есть, блять. Блять, я что-то... У тебя РЛ друг, сука, хуярит команде, блять. Бля, надо будет клип Сане скинуть потом. Пиздец, блядь. Позор, блядь, тебе нахуй. А это вырезать. Все, ебачел. И за ту сторону еще болеет. Ебать, порвало еще люто, да. Бэм! 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 Сука, ни у кого не зарандомило, сука! Okay, вот, бабки, он поставит, да? Он будет нож, он будет нож, да? Не-не, просто... Он поставил. Найс. Nice. Поставил, нормально. Хорошо. Плюс монеты, это хорошо. Ага. Плюс дохуя монет. Плюс монеты, Найс. Все, я готов после этого матча, нахуй, лутать себе принц, блядь. Подожди, а ты будешь на пистолетке ставить? Нахуй ты оставил еще на балансе, баб? Там дизя, я не могу ничего у Райза больше поставить. Ни на что. Я могу поставить на победу G2, но не очень хочется. Можешь на победу Нави поставить. О-о-о! Победа на второй карте на Нави 1.5 кэф! Вот и все, заливай. Заливай 100 тысяч прямо сейчас. Заливаем. Но они шосты должны забрать сейчас. По 4000 можно ставить, блять. Ну ставь, похуй. Райс, ты че рофлишь, блять? В смысле, всего 4000, типа, не, ничего? По 4. А, да похуй, ставь по 4000. Сейчас я ставлю. Давай, ты сейчас можешь опоздать. Я могу опоздать, блять. 4000 и 10 раз максимум можно это сделать. Бля, ну это, кстати, ой, пиздец какой-то. Бля, чё за хуйня? Нахуй я сюда залил, блядь? Ой, я, могу 40... спину. Я могу 40 тысяч максимум. 40. А как ты что ставил до этого? На другом. Ой-ой-ой-ой, а. Убита очень жесткая позиция, она сейчас может им в попочку ладно, зайти. Ладно, всё, похуй. Симплух сейчас должен наказывать Джекса. И уже... Перфекта! Обернись, брат! У перфекта должно быть преимущество, кстати. Охуя, блядь. Опять спалился, что надо за других топов. Бля, это пиздец, блядь. Это пиздец, блядь. Он поэтому все это время фоллой справился. Ой, блядь, ну куда ты попадаешь? Ебать, Стас Пьеха как пропил. Он сгорел! Ну тут Джакс должен убивать все-таки, блядь. Саня! Не, Саня 1-3. Саня, может, Санёк, может. Может, он может дать жопу ему. Жопу. Сверху, Сань. Злой. Дал жопку проверять. На 1.8 ставлю, кэф. Ставь, хуярь. Ебать, 1.8. Я хочу, чтобы Нави забирали это. Ну, принимайся, ставка, пожалуйста, быстрее, нахуй. Блядь, я... Ты по 4000 заливаешь? Пойду пока. Да-да-да. Я по 4000 заливаю. У них перерыв на вот этот движ двойной? Чуть-чуть. Чуть-чуть, там буквально минута. Бля, если 1.8. Да, и пожалуйста, я на 1.8 ставлю. 1.8 это вкусный кайф. Да, но я... По 4000 ставишь? Да, по 4000 максимум можно ставить. Бля, ну это... Там 100 раундов брать. Да-да, рисковый кайф. А чё у меня Серёга такой тихий? На 2 ставлю, одни на 2, на 2000. На кайф-2, на кайф-2 заливаю. Если наборку ставишь, значит они еще въебали раунд, походу. Бля, походу да, брат. Бля, что-то страшно уже. Что-то уже стрёмно стало как-то. Не понял, блядь.
Да. Конечно, если кэф увеличился, значит... Короче, скажу честно, тебе заспойлерить? Брат, я поставил одну ставку на 2.40 сейчас. На 2.40? Скажи честно, тебе заспойлерить? Нет! Что-то стрёмно реально уже. Ой, это чё-то довольно... Не, ну ставь ставки, нам используют 2 минуты задержки, это приколдес. Хуёво дело. Не, ну надо просто... Ладно. Ебать, Аманёк нахуй, сука, шаровой. Аманёк. Что там этот Ванёк делает? Да, блядь, с лестницы ебучку дал. Бля, ну никнейм у него вообще угарный, Манёк, мне нравится, пиздец. Манёк. Бля, 3 в 3. Ёбаный хуй. Я понял, да? Чё поебал? Бля, улизи. Хальту поебанул. Блядь, вообще не было. Блядь. Лаки, анлаки. Пиздец. Если честно, это ёбаный хуй. Санёчек, плиз. Не сдаётся. Не сдаётся, чел. Блядь, залети в бошку. Ну это блядь. Пиздец. Манёк, сука, таблеток каких-то наелся, блядь, Мне поебать, нахуй, мне вообще похуй! Я больной на голову, я придурок, я еще лью. Это на сколько? Я лью, мне похуй. Нет. Бля, ну хуёво, что там по 4000 только можно? По 4000 это просто долбоебизм, нахуй. Нахуй я сюда залил, блядь. Нет, Вадь, так если бы ты сейчас по 4000 залил 1.5, а там уже, блядь, 2, нахуй, 2.4. Да! Да, ты по 1.6 хотел заливать вначале. Да, на. Не, мне похуй, я одну на 2.4 вообще поставил. Ну, кэф-то неспроста меняется, брат. Блять, искры сейчас 12.5 будет. Пиздец, если будет 12.5, такой тильт, нахуй. Сейчас бумочки. Ну нет, там можно комбикнуть 12.5. А они под 0, да, закупались? А, да, это будет 13.5. Бля, я хочу, чтобы Саня, чтобы Нави выиграли это. Правильно? Правда? А кто не хочет? Думаешь? Да. А я вот сижу и за G2 болею! Да, Саня? Ой, блядь! Все реально собрались за G2 поболеть. Бля, ебать, вы переобулись жестко. Не верю, ты кровь смотришь, отвернись! Погоди, сейчас 3-5 выиграю. Еще одного! Еще одного, Найс! Давай, еще, еще! Да там сейчас Бумыч одного-двоих убьет, блядь, я думаю. Оп, симпл, заходит с Магнус. А, так тут Бумыч всех убивает. Лол, так я видел такой раунд уже. Он всех, он троих убивает сейчас. Да, кто, блядь? Дежавю. Первого. Раз. Второго. Два, три. Ай, блядь. Ой-ой-ой, бума. Не, найс. Хорошо, это хорошо. Мы це можемо взяти. Це ми можемо взяти. Ай, бля, на БМ йдуть, на Б-плент. Ой-ой-ой, сопі, куди ви летіте, Вася? На нахуй! На нахуй! На нахуй! Ти, говно, глист вонючий. Ой, не надо, Ілюш, ти чо? Да я про себя забил. Про меня, блядь, он про меня, ебать. Илюх, ну не надо на меня пиздеть. Ну ёбай, я со Славой постоянно говорю. Я со Славой, заебал, блядь. Что это было? Идёт. Блядь, это походу... Сука, мне не дают в КТВ зайти. Я могу... Сайвет? Ты что-то увидел, Ванёк? А нет. А Манёк? Ванёк, блин. А Ванёк? А, Ванёк, ебать. А Ванёк. Нави! Нави! Сидильно, Лёв. Нави! Вы были вообще, если карточка была. О, есть киты. Хорош! Найс! А есть ки! Лучшие, блядь. Китов не было, китов не было. Так, налезем. Похуй! Ебанулим. Пиздачки. Лучшие, блядь, лучшие, нахуй. Сука, райз дай поставить, скотина. Ненавижу, блядь, твой сайт. Перезапусти нам там, Кувать. Давайте, родные, не давайте, мои хорошие. Я не могу ставить, я ненавижу твой сайт, райз, блядь. Давай, козёл, блядь. Он мне не даёт поставить. Козёл, блядь. По 4000 вот эти нищенские ставки, блядь. 31, мне уже плохо, блядь. Как же Петверта и Бит просто по шляпам дали, дядь. Это так сексуально было. Мега сексуально. Там и Бумыч хорошо отыграл. Это, кстати, эйсбол. Нет. Ну, в чате все пишут, а из симпла. Нет, они спойлерят. Они спойлерят. Бумыч, давай. Блядь, крысы! Алло! Ты ну зачем? Ой, блядь. Импостеры в чате. Не читай лучше. Ебай, крысы ебаные. Ладно, похуй, давайте смотреть эй симпла, поебать. Смотрите, давайте, похуй, смотрите эй симпла, поебать, нахуй. Симпла врубаем реально. Бля, причем рампы, слышишь, рампы не он встречает, смотри. Я на симпла смотрю. Я только на симпла смотрю. А чечене, может быть, это из бита, блядь? Бэм! 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 Хорошо, блядь. Хорошо, нахуй. Вот и прибыль, что чисто.
Окей. У меня сейчас сердце становится, господи боже. Сука, вот мог бы я на 2-4 больше поставить, чем одну ставку, блядь. Да все, успокойся, ты 200 тысяч поставил. Нет, не смог еще поставить. Сколько ты поставил? 40. Какой сейчас кэп? У меня только 7 стоит на Нави. Ты 40 на 2-4 поставил? Не-не, вот там хуёвая кэп. Да похуй, ебать, ты получил сотку залить на 2.6 какой-нибудь лайв. Ой, ебать, там дырка смоке, но это заебись для электроника. Ой-ой-ой-ой, Джекс. Бля, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Санёчек, высматривайте пол. Лучший! Хорош! Ещё одного! Так! Бля, ещё один! Нет, выжил! Нормально, всё заебись. А как там тепло убили-то вообще в такой позиции, блядь? Ёбаный нахуй, это Рика. А он не с Авиком был? Сосать. Блядь, куда? Нет. Блядь, такое. Хуяся. Ну, а кого сейчас секунду идет? Ну, 4, 0, 3, 0, 2. У Ника 2 сил хп. Да похуй, он все равно одну ставит, пока дэ, блядь. Да не, его сейчас рахнут. Мне тоже кажется, его сейчас. Я хочу, чтобы его трахнули прямо сейчас. У GTA 5 РП. Get CSGO. Сейчас Али Перфекта выходит и просто ебет его. Сразу в двух играх, да. Ой, только не проебите, нахуй. Пожалуйста. Ну это пиздец, какой кстати, важный раунд. Если Нави проебывает трейн, я сейчас проигрываю. Мираж будет. Я проигрываю, уже похуй на Мираж, в плане, ну, типа, только победа. Ну, да. Но я проигрываю 140 тысяч, если они сейчас проигрывают. Я 30 въебаю. Я въебываю 25. А Слава выигрывает. Это максимально Славик, важный блядь, раунд. Чисто Майн Геймс. Я выиграю только в случае, если 2-1 по картам. Блядь, не выходит. Бумч! В любом случае, будет 2-1 по картам, если проиграю, то нюк, понимаешь? Слышишь, чела съёбка. Бля, какая же позиция у ебля? Нет, 2-1 по картам и Нави выиграют. Куда падает Ника? Ой, ебля! Так, пожалуйста. Контра позиция. Есть инфа. Блядь. Ёбаный сырник. Это ёбаный хуй, сука. Ой, блядь. Не вот этот раунд возьму зато. Ладно, пиздец. Ладно, сейчас камбэк. Нави, мне кажется, какую-то паузу бы взять. А у них, по-моему, закончились или одна осталась. Они уже три брали. Вот G2 для них. А, подожди, это G2. Ебать респект пацанам из G2, нахуй, что паузу для Нави берут. Бля, им нельзя эту карту въебывать, прям максимально нельзя. Если бы это было 0-1. Не, Мираж очень спорный, очень спорный. У G2 тоже хороший Мираж. Они и Херойка выиграли, по-моему. Блядь. Что случится? Бля, ебаный урод в чате пишут. Да, ебаный урод, 140 тысяч сейчас может просто щелкнуться нахуй. Пиздец будет. Две ставки зависят от одной карты. Бля. Бля, хотел на 2-1 ставить, чуваки, бля. Да, просто тоже. Я заливал, до стрима на 2-1 заливал. Это у тех под ноль закупочка практически. Да, если сейчас Нави проебывают, то они, скорее всего, дают 14. Чипотин просто написано раньше. Блять. Nice. Бля, мне кажется, Николай нахуй какую-то уверенность почувствовал, ебать. Ебать. Блять. Okay. Ой, хлешечка! 5 хп, ну сука! Блять. Бля. Сейв. Да ему не дадут даже сейвить. 13-7, у Нави сейчас денег никуда нету. Бляха, муха. Да, 14 точно. Дают. Хэк. Охуеть, вот это чего и дают. Стас на туалете орёт, радуется, сука. Он заставил. А у Стаса сейчас, наоборот, серотониновый прилив, нахуй, по-моему, сейчас так у него сейчас блаженство, блядь. Он реально не ставил? Да не может быть такого, нахуй. Я не верю, честно, я уверена, что он не ставил почему-то. Просто, знаешь, в каком-то небольшом тильте было, я не знаю, или из-за прошлых ставочек. Ботелик присел.
Елик, плиз. Притаился на крысичах. Блять. Блять, нашли. Стас видит, как больше двойки, он сразу ставит это 100%. Я не верю, что он просто. 11-9 даже уже ставит. Не, он скипнул первую карту и сейчас еще больше все прям. Он пошел какать, сказал. Он на телефоне стоит. Да, он какает. Даша, иди проверь на его компе. А у него, я не знаю, у него там, типа, через что он ставит. Позвони по айдеру и скажи историю. Скажи свою секунду, пожалуйста. 10, 9, 8, 7, ага, 6. Быстрее еще. О, ебать, молик! Ой-ой-ой, бит, красава! Ебать, под этот молик! А тут все равно раунд не выиграть, я думаю. Ну, все равно конечно. Девайс выбил. А что если нахуй сейчас они... Аманек, блядь. Да 16-14. Я зашибал. Ебать, перевелся. Может, блядь, чего нет. Ой-ой-ой, Сим! На, Симпл! Санечек, блядь. Ладно, нормально, два девайса выбил. Еще чтобы Хантер не засейвил калаш, было бы сейчас... А, взял, ладно. вот это самый важный раунд. Да ну ясен хуй, блядь. Саня покупает эмку с армором. Сургут с вами. Давайте. Ой, тут посадочка какая-то ёбнутая. Заготовка, блядь, какая-то нахуй волшебная. Что за хуйня, блядь, вообще? Он в курсе, что там можно справа залезть по лестнице? Спасибо. Чопи, спасибо, Райсу не дал поставить 100 тысяч сразу. Типа не такой уже и плохой сайт, да? Бать, 60 тысяч на камбэк осталось, нормально. Там, не... Там никак нет камбэк. Не, дядь, чё? А, стоп, ты минус что? Два лына. Бам. В бокару. В блэкджек. Подождите, а почему вы решили, что они ещё уебут карту тут приедут? Счёт пиздец. Не, ну это хуёвый счёт, но, блядь. Ой-ой-ой, блядь. За защиту можно выебать спокойно. Ну нет. Первый Саня. Саня. Найс. Лучше, да, еще, еще двоих нужно. Еще. Один красный. Бля, ну два в три. Мне кажется, я уже пальцы, помимо того, что на руках зажал, блин, на ногах уже нахуй. Меня... Да, такая же хуйня. Мизинц, блядь, честно. У меня все нахуй в воде, как будто нахуй. У меня судорога члена. Вообще, у меня судорога члена еще на ножевом началась. А с ножа не было тела, да? Ножевых не было. Еще. Бля, хорошо, что сотку не поставил. Не, ну сотка слишком сильно нужна. Ну там ЖПК, наверное, ебанутый был. Не, ну здесь можно, спокойно, винты чел падает, все, там чел с ножом на пистолетке. Я про это и говорил, да. Да это вообще фри, на самом деле. Найс, лучший бит. 30 кг. Лучший, молодцы. Куда летим? Хорошо. Бэмс, 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 блядь. Бэмс, бэмс. СНГ в деле, скилл на пределе. Поехали, мужики, включаем, бля, рам. Страшно, я ебал, нахуй. Ой, блядь, страшно, я ебал, нахуй. За деньги страшно или за нави? Да, блядь, во всем нахуй. Если отдаем эту карту, мираж пиздец какой спорный. Что, мираж хорошо, я да? Не хочу вообще мираж смотреть. Минус 140 да, тысяч, мираж минус будет 2-0. Страшный. И минус 3. Очень. И есть обычно. Шанс да, того, что они вообще G2 выиграют. Они G2 энтропик выиграли миража, у энтропик очень сильная карта. Так нет, G2 в принципе мираж пикует, ферзь пиком постоянно. Они сейчас пикнули просто потому, что понимаю, что... А то, что нави вчера выиграли гамбит на мираже, просто, да. Ну, гамбиты вчера вообще никакие были, это объективно. Ну да, да. Поэтому это все фигня. Блять. Им нужно нюк выигрывать. Надо. Нужно. Так, ну это если этот берут 10-14. Да тут фрикаточка, не парти. Ну как фри, блядь, пиздец напряжённая. Коста сейчас доставил? Ну я ставил, да. Ну сейчас важный раунд. Много? Раунд этот берут и всё, заебись. 15 тысяч. Найс! Всё! Дожать, жить! А вы сейчас хавают. Найс. Кстати, электроник постоянно играет вот на этом ящике. Я вчера смотрел нюк. Лучший помощь! Хорош, молодец, нахуй. Хорош. Ой, бля, что там нахуй в смоке Некса, полез? Бля, куда Некса залез, Элик? Не-не, нормально, не, там... Сейчас Элик хорошо. Нормально, да. Тут Элик не читает его. Б!
Кон, нахуй, тебе! Было бесит, нахуй! И этого еще. Ой-ой-ой, кон. Как это в мушку, блин? Да, я вам прочитал, что позиция, блядь. Да-да-да-да, я только хотел сказать. Всё, это... Блядь, пожалуйста. Сейчас только два будет эко, фуловая. Это эко, да-да-да. Да, сейчас эко должно быть. Ну или фото. Да он не въебать девайсы, блядь, а девайсы. Скорее всего, эко не сыграет. Бля, вот это уже поприятнее счет сейчас будет. Если они десятый собирают, то это уже... Прям охуенно. Блять, там Лёха, мне кажется, уже вообще пиздец там у меня. Искусственное дыхание себе поставил уже. А Лёха ставил на кого-то? Да, 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 он анализ залил. Просто на победу? Да. На 2-0, да? А, нет, на второй. Да, по-моему, да, по-моему, 2-0, да-да-да. Но он не просто так кричал 2-0, типа, ура. Да я думаю... Ебать, нахуй, ебаная грязь, нахуй. Денис, мать его, Шарипов, блять. Охуеть, просто в молик. Пуля, дядь. В молик пулю, нахуй, блядь. На хаешечку тебе, гранатка, блядь, на 20. Тупо Тэчис прилетел, нахуй, Дима Ликса. И вторая, нахуй. На нахуй. Бесконтактный бой, блядь. А если что, хаешечка, ребята? Ты въебал мне. На нахуй, Дигл улетел. Я сейчас смотрю финал, 500 тысяч на двух трансляциях ровно. А сколько всего в категории кайфа? Всего ты, лям 700 почти. На лям меньше доту, да, получается? Ой-ой, тихо-тихо, не умирай. Стас, ты на что поставил? А, я вообще не знаю. Да не пизди ты. Куда? Ну у тебя 15 пуль еще. Куда ты перезаряжаешься? Да не, поставить... Хорошо, Бумыч. Умничка. Все, тут лапа. Тихо, не умереть. Найс. 5-0. Пожалуйста, 5 раундов еще. Если по логике Стаса, Стас всегда ставит онли на хай кэф, сейчас поставить это было... Симпа до сих пор авика нету. Вообще, он еще за эту карту даже его не брал. Ну это жесть. Хотя на Нике авик это вообще халява. Ну, сейчас придет его время. Тайм-аут берут Д2. Слушай, ну на Нике авик на улицу. Ну, так халява. А да, на улице Элик хорошо ебет, то есть они улицу не проходят. В этом да и прикол, что, понимаешь, Илюх, Саня играет в пленте. Потому что он играет в плент и рампы, понимаешь? То есть он играет 9 плент и рампы. Слушай, есть, ну типа, тут и Эрик какой хорошо, мавик, откуда он? Ты же понимаешь, что Сане нужно бегать, как он мид, например, играет. Он мидл играет на мираже, а играет и бэй, ретейкет. Так же сам он на просто играет. Еще прикол в том, что если на мираже и на какой-нибудь дасте, он там может с авиком бегать спокойно. Да, да, да. А вот на нюке бегать с авиком в пленту по кишкам, блядь, ну это такое. Вот, 17 нюков они выиграли. Подряд? Или это не об этом? Подряд, да. Ты 25 раундов эту информацию искал? Не-не-не-не-не. Я услышала просто. Нави собирают этот, значит они еще скорее всего собирают 12, потому что в девайсах не будет нормально. Ай-яй, блядь, ошибись. Ай-яй, видели Эликас. Караёб. И Ника, смотри, сразу мутит. Это пиздец хуёво. Угу. Но он каждый раз тут, в этом гараже, ебаном. Если это 15, это пизда. Это полная пизда. Бля. Саня говорит, пошли нахуй запушим. Бац. Бля, чел на девятку уже поднимается. Запрыгнул на девятку, Ника. А его вообще никто не смотрит. Да. Никто смотри, не думает, что он блядь, на такой ране полезет. Как он так промутился? Сейчас Неха. Может, здесь гараж. Ну, потому что они рампу стакнули, поджали. Ой. Ай. Ой. Блядь. Инфа есть на будку. Бля, ой. Ладно. Это 15. Да ебать! Ну, бля. Он еще не забрал лоха пэшного. Это мусфанка. Ой, там уже дверь запустили. Ой, бля! Бля, если бы он стрелял. Да, если бы стрелял. Ну не, это все равно бы от... Ну, вот он, да. Я бы все равно дверь бы забрал бы, там мог бы их даже. Ой, блядь. Ну, бля, деньги на бой есть, в принципе, можно на допы. Давайте, давайте, братан. Сейчас Саня авик возьмет. Бля, Манек в ухо не убивает. Хантера бы еще забрать. Давайте, давайте. Ой, дебать okay, валидол. Еще, конечно, не все потеряно, но... Представь, какие нервы вообще, нервы какие лютые там. Последняя пауза. Так вот там-то вся суть, только из-за нервов можно проиграть. Да, они, да. Они по форме не, у них сильнее. У них и форма сильнее, и карта сильнее. Это у них, они блядь, во всем сильнее, это только нервы. Винстрик ебанутый вообще. Бумыч.
Правда, если бы Хантер с Жаксом включались бы на Эншенте, могу сказать, что там пиздец был бы жестко, на самом деле. Просто так, ты за кого болеешь там, блядь? Нет, за Нави это понятно. Не, я имею в виду, вот я смотрю сейчас. Бля, злой, ну не тебе же, блядь, ему это говорить. О, Диман, ты тут? Да я мыться ходил, да. А что случилось с... Это пизда, брат. С раундами. Кто-то пошел не по плану. Счетчик завис, брат, Нави уже выиграли. А что не получается? Не понял. Ну что, 15-15? Угу, ну и в кальянку. Диман, ты когда мылся, ты, ну, мыло формы Нави или что? Мыло не ронял. Не ронял? Странно, блядь, что-то пошло. А вот и ронял. Поэтому Санёк с ОВП, Санёк с ОВП, слышишь, Санёк с ОВП. Меня слышно? Да. А, всё, слышу. Симплук с ОВП, слышишь? Да. Всё, это вот так влезает. Ай-яй-яй-яй-яй! Найс, лучший! Есть. Чё? Да, прочитай, ну, Джекса. Да, Джекс. Еще. Настя. Хорошо. До свидания. Блядь, что ты делал? Блядь. Нет, Ника, да Саня пострелил. Саня, ну сколько? Это пиздец. Лучшие. О, блядь, нихуя. Нихуя его ебасу сунул. Я чуть сердце не остановилось. Я думал, сейчас, когда он пойдет вот так вот, будет пиздец полный. Я думал, он сейчас пойдет... От Славика двойной слюнявый, блядь. Славик, ты готов оформить каждому? Вообще без проблем, брат. Ну вот, ребят, я уже, бля, готов тоже. Двойной это как? Я в эту плану вообще никогда не пресгую. Сначала первый, потом второй. Блядь, да. Вот сейчас, если Нави выиграют, будет, да, хороший следующий раунд. Да, следующий двойной будет эко у... Давайте, давайте, блядь, просто, а? Трусы воняют. Блядь, да, надо выигрывать. Так тяжело не использовать. Тише, 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 тише. Пахну, да? Блядь, ну... Нет, ну... Я ебал. Да это что с щитами рубит? Ну кикните его с мажору. Бля, у меня гол ТВ зависло, и что это нахуй? И Ника тоже просочился в секрет рум. Да, они подозревают, что он туда прошел. Да там сейчас, блядь, его нахуй несет. А, Санчоус бежит уже, блядь. Санчоус, давай. Давай, убийца, закрывай этого. Давай, Санька, ну, покажи уровень, нахуй. Если он выйдет, он умрет, очевидно. Очевидно, блядь, очевидно. Вопрос остается только там. Ну, Ника тоже не дурачок, что туда идти. И Ника может префом выйти в одну просто дать. Это такой чел, забейте. Не-не-не-не, в Саню не верите. Я верю в Саню, я просто говорю. Мы верим в Саню. Это нужно не кажется, сейчас Саня ебанет его и все. Нужно, блядь, килл давать срочно. Я покакаются. Давайте, допы нужны, парни. Меня нахуй все телом леет, блядь. Пиздец. Давай, Ника, пикай, пикай. Ну-ка давай еще раз, еще трепочек. Хорошо. Хорошо прыгнул. Давай, хорошо. Можно так все будут пикать? Хорошо, хорошо, молодец, Элик. Да, я шишку на тебе, блядь. На тебе под попу, блядь. Элик уже так сидел, помню. Он увидел, да? Хорош, nice, молодец. Найс. Перфектич, хорошо. На, я 4-5 разыграли без... Там бабок нет, пацаны, это 13, скорее всего. Бабок нет. Значит, они захотят зафорситься. Они могут зафорсить, да. Да. Все, последний вообще тайм-аут в этой игре. Ни у Нави, ни у Г2 больше не будет их. Бля, давайте, мужики, сука, давайте. У меня находит сердце трясется. Еле настрелял. Давайте всех так. Ну, не за денег, конечно. За 4000 потеют. За 4000. Я только что такое увидел, блядь. Ну, Стас, ну нахуя? Не спойлите, пожалуйста, блядь. Ну что за... Так, блядь, зачем ты же сидишь и спойлеришь? Даже кажется, он специально скинул, да, хуйню какую-то. А что ты увидел? Так не, это ничего, ну, вы спросите, не спойлерить, а где я спойлер сказал, блядь? Ну какая разница? Ты что, понял, нахуй, что выиграл? Не, ну какая разница, мы что-то будем ожидать, блядь. Так ожидайте чего-то, сейчас будет. Это уже заебись, Вати, если честно. А даже ты смотришь, блядь, без нас, крыса ебаная. Ты долбоёб, я случайно... Как он случайно, блядь, туда зайти? Ну смотри, как, у меня нахуй. Бля, у них один армор раскидан. Че, Стас? Че, он где 2 стоит? У меня на второй кладке открыто, как случайно, блядь. Случайно, да, открыл на вторую кладку. Просто раскидка, раскидка. Перфект, кто же флэш? Второго, второго. Есть, брат, перфект. Вчера хант размен, что, блядь? Ебать там хантера, нахуй. Что? Что за лаки? О, а как это попало? Мне похуй, это лето. Да! Сибал! Ворвался, хорошо. Саня, бери это, пожалуйста. Давай, сейчас ситуация. Внимательно смотрите. Ника за Ника. Ника за... За кем смотреть? Говори, похуй! За Ника, за Ника. Okay. Чел, чел только что проиграл эту карту, блять. Проиграл мажор, я бы... Бля! Хорошо!
Хорошо, ладно, Стас, ты молодец, спасибо. Спасибо, что ты это сказал. Ладно, спасибо. Который может стоить очень многого. С меня ящик короткий. Там его показывали и так? Ему и так, его и так показывали. А, ладно, Будто он поставил уже. А что это? Это же пиздец вообще. Мне кажется, просто так должен быть. Это, возможно, была бы сейчас на все пиздец. Прикиньте, самый сильный диглер мира. Самый сильный диглер мира и так вот залил. Да. Бля, он уже спать теряет. А это знаете что, ребята? А это значит то, что мы все люди, блядь. Бум еще опять походу. И даже лучший человек, который играет с диглом, ошибается. Он бы выиграл сейчас эту карту и все, возможно, бы... Он бы сейчас убивал одного и убивал бы второго. Охуеть. Нави, давайте, давайте, родные, давайте. Он очень расстроился? У него такое ебало, как будто он... Нет, а ты думала, что он будет радоваться, блядь? Ну нет. Он спину не убил, блядь. Ой, я не попал. Это наклёстка. Еще наклёстка может сыграть на другие раунды. А Саня там по рации чисто ему... Кабаксов, вас выиграли. Да, типа 15-15, мужики. Бля, если сейчас въебут, денег очень мало будет на ластовый. Там просто. Ну там будут калаши с арморами, типа. Ну, без нормального раскида. Да, а раскид важен на нике. Где вороны, кажется? А нахуй они так сидят, блядь? Ну они так выше ростом. Они вчера так, по-моему, хероик ждали на нюке и убили кого-то поджим. Или это хероик делали? Блять. Саня с этим мавиком чисто, блядь, на этой лестнице все время теперь стоит. Он с ума. Саня его очень ни разу не въебал, после того, как взял его. Андер, а ножи были? Нет? Нет, брат, пиздец. Ну, тут... Ну, это слишком плотно, тут, блядь, какие ножи? Да какие ножи? Тут ситуации не было, чтобы... Не выходи, не выходи, уйди, уйди! Не-не, если только пистолетки, типа. Он набросит на стенфу, то что улицу никто не проходит. Ой, блядь. Блядь, у меня там чел за Нави болеет сзади, я хуею, блядь. Это Саша, что я? Скрипит, сука. Нет! А кто? Уёбище волосатое, блядь. Его забило на G2? У тебя собака на Нави поцела? Пусть еще одна! Умнички! Умнички, блядь! 5-2 нахуй! Умнички, вперед! Я не понял! Собрали раму быстро! Сейчас микрофон откушу, блядь. Давайте. Саня, хорошо, инфа есть? Да, Саня с Украины. Хорошо! Не умереть, не умереть, вообще никому. Без России. Бит? Лучше. Допы и в смысле, без России. Бит проебал с Украины. Да? Ебать! Я что-то забыл. Давайте, блядь, родные, давай. Получается ошибка из дигла, которая могла стоить очень много денег. Да, это, они конечно. Попали, очень они много денег? Права. Да не, нет, там призовик всего-то 10. Один галил, один маг и три калаша с арморами. У одного первый армор. Пожалуйста, пожалуйста. Потный хуйня, блядь. Кстати, запас есть хоть какой-то? Не, он хороший запас. Просто пиздец, просто пиздец. Я говорил, что это фрикаточка, пацаны, вы не верите. Ну, сраный, если сказать, просто пиздец. Ну это финал, это прикольно. Это в финале хорошо, когда так. Давайте вместе. Допы! Допы, блядь. Сейчас монитор разбил нахуй. С ноги. Нави! Кто на допы ставил? Нави! Я не, а не поставил! Я не поставил на допы! Нави! Нави! Алексей проснулся, блядь! Найс! Еще Саня! Еще нам нужно! Выжить, выжить! Хорошо! Нормально, за скоп. Саня с костылем, бля, побежал. Ну давайте, ну давайте! Лучше! Чего? Да! Лучше! Да, бей сюда, куда не было, блядь. Пацан! Мика! Да! И на стол! Один в четыре, до свидания! Все, ну все, ну все, это допы! Ой-ой-ой! Стой! Ебать он! Блядь, стой! Все, ребят, остановись! Чел, ты забыл, как ты с дигла промахнулся или что? Чел, за Димом отыгрывается, блядь! Ебать, он там клип, клип покажите, где он промазал. Ну что это такое? Сейчас тут вот тихо-тихо-тихо, тут вот надо вот так вот. Не-н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 ет! Проиграй! Проиграй! Алексей, подножку! Алексей, можете позвонить сейчас прям Ника во время? Ну кто-нибудь, да там не важно! Тим, напишите ему. Тим, ему кто-то позвонить, у него нет времени нормально разыгрывать. Лёх, быстро в Стокгольм один билет. У него нет, времени Саня, нормально разыгрывать. Нет. Саня, дверь, да. Всё, он перестал. У него нет времени, всё, у него нет времени. Куда? Куда ты идёшь, Фэнти? Да! Стоп, блядь! А я ещё одну четвёрочку на К8 поставил, блядь!
На К8 одну, нахуй. А когда ты поставил, когда 15 тысяч? Блять, вызовите скорую, скорую, вызовите скорую. Ой, на 4-4, 4-4 я поставил, 4-4. Не на К8, фух, я ебанат, нахуй. На 4-4 одну поставил. Да количество тысяч на К8. Саня, кстати, опять почти 30 набил. Ебать, 4000. Они сделали камбэк с какого дерьма, блядь. Вэйкап. Фу, все тихо, пожалуйста, только не спойлите, пожалуйста. А 8 топлика, попрошайте. Прям пиздец спамят люди, это... Хуй знает. Бля, как же Ника... Кто именно, в чате? Не-не. А, то что Дэси? Да. Да-да, лучше не надо так орать все вместе. Фу, блядь. Играть будем? Там тактическое. Да, нет, там походу там, опять убумыч. Там прикинь просто, не, прикинь, жету там 4 человека. Говорит, блядь, ну да. Как ты промазал? Знаешь, типа Ника. Да не, мне кажется, они так не должны делать. Да я руку, понятно. Ну, а прикинь, если действительно. Так, ну вот, Ника, пиздец, за тебя допы играем. Какой Аманак такой 9 на 17? Ника, ну как ты, да? Да-да-да. Тебя чисто чел 9 на 17. А всему Ника, блядь, да завали ебалом нахуй, там просто закусь начинается. Вот попади, блядь, Савиком разок хотя бы, ты же. Слушай, он реально, кстати, а у Аманака что-то вообще не летит, да? Да. Аманак хорошо играл на этом, он эншин. Да, ну здесь он что-то совсем... Бля, причем он и с Авиком играет, типа, такая стата для Авика, это пиздец вообще. Не, на Нике это халява, я тебе говорю. Бля. Снайпер 9-18. Ну, чел балдеет, блядь. Ну, челу сложную линию дали просто. Тяжело снайпером играть. Да, он такой снайпер, как и ты в доте, блядь, снайпер. Не, чел просто мид вышел против... Чел мидл вышел просто на снайпере против трипл. Вать, 1-1 на СФ-ах мид. Давай. Сейчас прям пока доп играет. На 100 тысяч тоже, слышь. Бля, сейчас такой пик по онлайну будет. Коэффициент 2 чисто. Бля, сука, хочу, блядь, вот хоть убейте нахуй, я хотел поставить на допы нахуй. Вот Ломака подтвердит, блядь, говорю, 4.40, можно допы поставить, блядь. Брат, лучше на 8. Мне говорят, нет, тут шансов нет. На 8 было поставить. 4000 на 8 поставил. Нет, на 4.4, на 4.4 я поставил. На 4.4. Это хороший кровать. Айбай, долгий перерыв. Но там, похоже, чтобы вы понимали, ребят, чтобы вы понимали, мне так было страшно. Я поставил на КФ 4-4, и после моей ставки закрыли сразу ставки. Я думал, что все, пиздец. А Нави еще не выиграли, но болеем, пиздец, до конца. Ой. Пожалуйста, блядь. Там пауза вечная. И, кстати, ее поставили Г2. Mm-hmm. Но техническая. А они, наверное, хотят нормально снайпера найти. А там Кеннис чисто сидит в зале. Ребят, ну как бы. Не, был бы Кеннис за джиту, был бы прикольно, на самом деле. Это была бы пизда, я думаю. Да. Он играет где-то? Не, он в Valorant играет. Все, лайф. Найс. Я на следующей неделе буду... Я тебя басусь нахуй, я так ссать хочу. А имку записывай, басусь. Саня с Виктроновичем. Угу. Пожалуйста, возьмите 3 в защите. Я вас очень прошу, возьмите 3 в защите. 3 в защите, пожалуйста. Ебать, хаешка Ника прилетела на 41 хп. Блять, Саня, Ника, сейчас дуэль будет. Блять, тайминг. Добить, блять, не добили. А зачем Саня он так не пушил? Думал, что он в таком тайминге Нику уже здесь будет, потому что да, только смоки упали. Бежал. Да, он на ноге бежал, блять, просто на ноге чел бежит. На яйцах. Проблема в том, что Ника 30 хп, а он с Авиком. Он не под Б убегает. Они Б стакнули. Он не бестакует, походу. Да. Сейф либо угадали. Один элик на, блядь. Не, двое перфекта. А, еще да, перфекта будки. Они ноль выбивают. Да. Они ноль выбивают. Ну это нормальная тема. Ну видишь, что Некса делает? Ой-ой-ой, сейчас по. А, нет. Не пошел. Бля, он слышал. Некса должен был слышать. Да, инфа есть. Блядь. Хуёво. Бля, какая уебищная карта сверху, я ебал ее нахуй. Да и снизу тоже не очень. Ну, позиции у террориста не баби здесь. Нет, Ника, только не убей перфекта. Это А, да? Все это А. Mm-hmm. На, никого да, нет, это... да? Раз, два, не будет сейвить, да.
набрали СССР, значит у них еще будет на 18 раунд. Ну вот тишина. Бля, 4-5 сейф, ну это пиздец. Ну что там поделать? Плент выбивать, типа, когда никого в пленту не было изначально. Но они рискнули, типа, они 0 выбили, если бы на 0 были бы игроки, они выиграли раунд. А тут, типа, риск, он оправдан в теории, но, типа, просто... Зато у них хотя будут деньги на ластовый раунд, если они проебут следующий. Да. У них типа, будет бабки. Плюс. Тут выгоднее этот один раунд отдать, чем два потом забрать. Угу. А прикиньте, если будут таргидопы, какой же, блядь, там пот нахуй и просто с ног будет течь. Не, я просто все, я выпил. Ну это сейчас самая важная психологическая история, мне кажется, которая происходит. Типа либо тут 2-0, либо очень страшно будет потом мираж смотреть. Поэтому лучше пускай 2-0 заканчивается. Страшило сюда ночью чисто. Пиздец, меня так трясет, я ебал нахуй. Такая ж хуйня. Саня еще раз, давай, кстати. Сейчас электронику зачитают вот в той позиции, где он сейчас. Да. Почитают или нет? Походу не считают. Нет. Лучше еще! Ладно. Нормально, размен. Симпл, одного убил. Саня убил одного, бум еще. 3 в 2. Нормально, взорвал Хантера. 3 в 2, хорошо. Next one, Манек. Это, блядь, читай полтора игрока против трех. Он еще и авик берет. Все, там, блядь, без шансов нахуй. Один против трех. Полтора чисто. Там Манёк, блядь, с 10-й только попадёт. Ну, прикинь бы реально, если бы вместо Манёка там было бы кто-то посильнее на снайперке. Охуеть. Бы а кто его ещё команда? Братан, там бы по-другому игра строилась, понимаешь? Под, ну, то есть сейчас под Манёка не строится игра, строится под этого, под Хантера и под Ника строится. А так бы строилось по-другому. Не факт, что они бы стали намного сильнее. Ну, вот прикинь, туда все равно ничего не поймёт. Заеву и под него такая игра. Такой снак. Хорошая, Вань. Ждём, блядь. Не, ну смотри, Аманёк нахуй, молит. Да тут нереально выходить. Ну, перфект, охуительная позиция. Кто первый видит, интересно. На, туда, подспро... Ебать, Аманёк. На, нахуй. Такой, ну, зумчик, куда сиди там? Господи. Ну, зумчик, блядь. Ну, кстати, скажу так. Перфекто с позиции не уходил, и выйти с зумом было бы куда логичнее. А он еще это видел? Он вниз просто смотрел и стрельнул вниз просто с авика. Но он пытался прочитать. А Манёк, покупай авик, чтобы легче выигралось. Ну не ваша команда. Не, он такой, не, в пизду, блядь. Бля, реально так хочется, чтобы Манёк играл с авиком, это пиздец. Там 20, 24, 27, 25 и 10, нахуй. Откуда он 10-й килл дозор, 29? Только что сделал. Только что сделал. Это он забайтил тиммейт. Ой, блядь, гранаты кидают. Ой, блядь. Она не попереживает. Хорошая! Блядь. Хорошо, кстати, хорошая. Ничего не кидалось. Ой, Ника. Я под попочку. Кстати, Ника постоянно так в гараж мучится. Постоянно. Элиса, ой, ой, ой. Лёгкий килл, по идее. Умничка, умничка. Хорошо. Да есть, блядь. Элик уже второй раз так мутится. И килл находит. Он знает, что Ника так постоянно делает. Он постоянно мутится вот таким да, вот. Да, да, ебать, да. Тут ждут и теперь, нахуй. И теперь бит на прием. За 5 тапов. Тут пиздец их ждут. Тут их пиздец ждут. Здесь надо сюда, интересно. Да, у него молик есть, но он вряд ли будет только котами кидать. Бубыч, не иди в близ, не иди в близ! Не-не-не, у них хороший. Ну, не, они вдвоем хорошо живут. Они вдвоем, да. Там челси. Хорошо! Хорошо! Молодец! Есть, блядь. Дверки закрылись, ебались. А Манек, давай, покажи свою винтовку. Ой, блядь, успевай подняться, заебись. Опа, слышно дверки. Подгиту нахуй нахуярили. Давай, насавуйте им, блядь. А Манек будет. Умничка, Гомыч! Аманега. Бит еще в охуительной позиции. Битик. Моли, блядь! Не попади моликом! Блядь. Да, ну похуй. Саня с диглом. Саня увидел? Увидел еще раз? Ты можешь попросить крысу не пикать? Бля, что за таймик? Саня, что? Нет! Фу, блядь, фу, нахуй!
Чё это за хуйня сейчас была, нахуй? Не надо так. Ух, ебать. Ебать, просто сидячего, нахуй. Нихуя там кикрейт высокий, блядь. Ебать там этот нервничает все, блядь. Ебануться. А прикиньте, сейчас бы его убили, нахуй. Да. Ну, это вот ситуация, как сейчас у Ника была. Ника не попала. Нет, это нет, это далеко не Ника. У Ника был дигл и дальняя, а у него ВП и сидячий чел. Ну да, факт. Типа, это вообще не такая ситуация. Всё, так, поехали. Нам нужно два раунда нужно, да? Да. Да, два раунда. Просто легкие два захода на А, блядь, и все, нахуй. И завершаем эту игру. О, манек Авик взял, красава. Уважение. Авик взял? Да. Ну, это все, 18-16, значит. Сейчас пойдет сдохнет. Сейчас мы шутим, шутим, он сейчас. Бля, я сейчас просто зам. А что же и сдает, понял? Чисто подбил. Три носка по два в прыжке. Да, да. Блять! Блять, ребят, я вам не показал! Это пиздец. Уважение, блядь. Уважение к чему? А прикиньте, были бы отдельные ставки, типа, на букмекерках, типа, сколько Аманек сделает фрагов или сколько попадений. Блядь, сейчас извините, нахуй. Я только-только убрал, на секунду Аманек умер, блядь. Просто вот там ебало прилетело. Вот, сука, бомж! Бля, такой нуб, это пиздец. Бля, сука, угар нахуй. Посмотрите на злого, бля, на камере. Сидит. Мне злой актер. Мне кажется, Аманек так же играет. На таком же расстоянии от монитора, ебать. Посадка от монитора. На беспородной мышке, понял? На колени чисто. Он так тоже смотрит за командой. А колени волосатые, понял? Хорош, хорош. Ну как же Г2 не хватает Аманек, реально. Я сейчас зашел на аккаунт Аманька, у него даже КС не куплено. Стоп, подожди, не смешно, подожди. Не смешно. Перфекто умер. Блядь, реально не смешно. Блядь, не смешно, нихуя. Хорошо. Найс. Молодцы. Хорошо. Заебись плюс заебись. Это охуенная позиция, не заберу. Да ладно. Тут по идее все, да. По идее 18-16. Тихо, тихо, тихо. Не, 18-16. Это Ника. Услышали? Иди пиздить. Он будет делать. Не, тут уже не выиграть это. 17-16 должен. Да, пока, собирайте девайсы уже, блядь. Он слишком медленно играет, чтобы выиграть это. Ну, СМК даже нету на бомбу. На в голову! Найс! 18-й! Это как минимум. Один раз. Еще один. Надо, чтобы сейчас еще раз Самонёкова прибрал и опять на улицу, нахуй. Это уже... Ника, скинь. Это уже отработанная методика, блядь. Я Самонёк смотрю. Да, походу скинул. Да, походу скинул. На еще раз, блядь, сливай его нахуй. Главное не сдаваться. Смотрим на Манёка. Ну подожди, сейчас может быть он что-нибудь и выстрелит в прямом смысле и переносит. Выстрелит, то он выстрелит, блядь, попасть ему надо. Знаешь, тут все бывает. Он Ника не попал, когда должен. Сделал один выстрел. Он даже не так как смог кидать, блядь, он даже не раскроется. Не, он сделал один выстрел, чтобы стекло разбить под девятку. Я не удивлен, что он сейчас не упал сразу вниз, нахуй, не разбился. Такое чувство, что он паблик ебашит. Что-то бегает. Куда он идёт, блядь? А вы тоже за Амальком смотрите? Да. Да. Меня поражает его стиль игры, блядь. Оп, стулья ебаные стоят. Кстати, если Аманек даст килл сейчас, то тогда шансы есть на раунд. Нихуя ты оракул, брат. Нихуя ты аналитик 300. А потому что четвёртый набивает еще Джекс убивает перфекта, сука. Да, пушил и убил перфекта. Хуёво, хуёво. Аманек, Аманек здесь очень попадет, да? Он просто стоит. Блядь, Хантер, сука. Хантер на импруве ёбнута, блядь. Аманек завис нахуй, причем еще на энчанте, блядь, понял? Бля, ну у него тилт, похоже, слышите, ребят. Мне кажется, Аманек... Такое чувство, как будто Аманек с дигла не убил, знаешь? Такое чувство, как будто Диман за Аманека в тим чисто. Финал мажора! Чел, блядь, просто ноль реакции. Пап, если бы я 10 киллов делал на такой игре, то, мне кажется, я был бы охуенно. А ты понимаешь, что это при условии, что чего там по дворы было попивают, типа, ну, факт. Ну, смешно-смешно, но мы, походу, это... Ну, раунд-то въебали, да? Да, раунд-то въебали.
Ну, там за оборону потом, я думаю, что... Аманёк притвился. Какой оборона? Какой оборона? А, оборона была уже. Аманёк! Аманёк! Все, и победа. Ну, он не стал авик брать, он спа ебанул. Так безопаснее. Сейчас или допы, или еще один раунд. Еще один допы. Выиграйте, блядь, и всё. Да, надо просто выиграть и всё. Остановка на победу. Там снайпера даже нет, чуваки, пожалуйста. Остановка на победу. Бля, посмотрите на этот счет, блядь, это просто пиздец. Это просто страх. На улицу летит. Бля, встретились бы они в полуфинале, уже давно бы проебали нахуй джиту. Да. Я просто нервы на финале. Опа, опять. Опа, опа. Так. Он фоторежиссер. Да не, в жопу авик, я лучше флешкой убью. Начал еще карту забыл. Оп, нахуй. Все, он на спаун, блядь, убежал. Чел, пошел в М-ку докупать. Как же он экстра сейфово играет. Сейфово. Сохранился, как бля, у Джекса позиция охуенная. О, 2 миллиона зрителей, ебать, на КСке. Ебать, он пиксель выбрал. Охуенно. 2 миллиона зрителей, заебись. Ебать, сейчас так и нахуй доту обгоним, блядь. А сколько у доты было? Ну, правда, 2, время 7. Уже пиздец, понял? 2.7. У доты нормальное время было. Нет, не у доты, а у КС. Что? Это еще по-моему Америка, Америка. Такое ощущение, что ему пиздец настреляли. Да, 2 хита дали, а 3 хп сняли. Так, Некса уходит. Молик под Ника. Я горит, чел. О, кстати, я понял, блядь, установку Аманека. Ему сказали максимально сейфово просто чекать и все. Да, чисто на спаме, блядь. Не-не, а он не с авиком стоит, а с биноклем, понял? Типа. Да-да, ну реально, ну по факту. Монокль смотрит улицу. По фанту. Бля, два типа. На Б, где два игрока? У Ника позиция, он сейчас всем пизды даст. Позиция, блядь. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй! Ванет! Блядь, как ты их! Ебать! Ну не! Ой, забейте это! Что он делает? Что он делает? Ебать, бомж поперся. Блядь. Ника это пиздец. Ника это пиздец. Блядь, что чел дал? Как он после дигла такого, блядь? Я, кстати, тоже он разозлился после этой хуйни. Честно, я тоже не знаю, как он направился нахуй, я бы уже, блядь, тильтосил. Мне кажется, он не тильтанул, да. А наоборот, типа, зарядился этой хуйней. Я бы там крафты как рак сидел, блядь. Надо еще промазать. Ника, мне кажется, просто Ник один из таких лучших игроков в мире сейчас еще. Да. Это менталитет еще такой у них, что, мне кажется, можно собраться с мыслями. Ну, на самом деле, Ника очень вспыльчивый. Чего? Я сколько раз смотрел стримы. Он постоянно... Помню, прям, как он тебя нахуй послал. Не, такого не было. Вконтакте писал. Такое было. В одноклассниках. Да. Бля, это пиздец. Бля, ну взгляд у него на фотке серьезный пиздец, ну. Фу, блядь. Я за маньком приезжаю опять. Ой, бля, какой... Ну, кстати, за маньком самый кайф смотреть. Ну, смотрите, в этот раз ему авик не позволили, блядь, купить. У него просто... Смотри, летит, да? Кнопку вытащил. Я думаю, он уже сам думает, что в пизду это АВП нахуй. Блядь, вот... Запустил нахуй маньок. Аманек, нет, Хантер. Ебать, он на ноге залетел, его просто на кассу нахуй отправили, чё, блядь? Бит, бит, юничка, блядь! Бит зашёл на плент, убил двоих, и ноль убили одного ещё. Так всё, да, ну смотри, где бомба только. Аманёк, аманёк, главное, аманька убить, выйди, убей, там этот, брррр. Аманёк, его убьют просто. Выкинь оружие. Ну нет, нет. Ну блядь! Нет! Что? Я серьезно говорю, он не угорал. Он ставил ставку на двойные допы, я понял. Потом это вот нарофлились на Аманька, чел 1-3 берет. Ебать, чел психанул. Ну как они говорили, там 2-3 было. Так вы знаете почему? Потому что авик опять в авик руки. Чувак, ты не видишь? Ты минус 3 дал с кольта. О, у Майка авик нахуй. Нормально все, чили. Все, заебись. Он подумал, ну нахуй. Это реально хорошо. Блядь, ебать, нет логика. Чел залетает и ебет троих нахуй. Троих с кольта? Мне просто интересно, как он сейчас сыграет с авиком? Они еще прямого раунда сосут. Ну сейчас все нормально опять будет, не волнуйся, я уверен. Ебать, игра нахуй. Он на присморали же лапы взять после раунда. Просто пиздец. Бит просочился, винты. Блять, еще чуть-чуть его бы забрали. На Б никого нету. Да ведь? Там, по-моему, все сверху были. Да, все сверху. Да, бит пока в соло на Б. Там просто ни одного чела нету под Б. Ну а как им остальным туда прийти? Ну, смотри, электроник, вот. Окей, электроник пришел. На бомба. Чел на рампу уже прошел, КТ-шник. Умничка, Олег. Хорошо. Бит убил Некса. Умничка. Аманёк, аманёк.
А Менек живой еще, тише, тише. Джакс, главное не убей всех. Блять, у тебя такая позиция жесткая. Нормально, нормально, его зачитали. Поспамьте, поспамьте в желтый. Бля, еще чуть-чуть, тихо. Нет, Хантер, нет, хорошо. Хорошо. Спасибо. Я на Аманька нажимаю. Пополз, зумеет. Бля, у него такая вебка, это просто пиздец. А посмотри на лицо его довольно. Это квихантик, ребят. Но, жестко. Попал, блядь. Он на мувике играет. Не может быть. Бля, ну сразу видно, топ команда мира, АВП жесткая у него. Чисто. У них там зарплаты по 20 тысяч долларов. У чела АВП капилляры статрек. Мне нравится, как у него авиаторы на глазах, походу, замеряют. Статрек, и там 7 тысяч киллов, ты представляешь, сколько он играет с капиллярами, блядь? Может, ему нравятся капилляры, ну? Думаешь? Саня уже сейчас ракет настреляет, 36 фрагов у Санька, 30 почти его электроника. Может, ему кто-то сказал, что капилляры — это самый редкий скин в игре? Да. И то, что он хорошо стреляет с Авика, им тоже, наверное, сказали. Причём мама, блядь. Ну, кстати, а Манёк уже столько... Мама говорит, ты мой снайпер, блядь. Потому что мама Никак. Всегда верит в него. Электроник, wake up, электроникс. Тихо, блядь. Тише. Он, возможно, прыжки услышит. Ой, блядь. Ебать, они разменялись. Разминулись. Они просто разминулись, да, пиздец. Молодец, Илюха. Ебать, он еще и труп забулил. А вот сейчас разменялись. А Манёк опять промахнулся. Как так-то, блядь? Блин, как ты промахнулся, Манёк? Блин. Блин! Блять, какой же я мудак ебаный! Чего? Блять, согласен, я тоже такой бомжара, бля, я с Савика такой нуб ебаный, пиздец. Бля, ебать я нахуй, да. Сука, блядь! Вот мне ВП вообще не брать нахуй, блядь. Кажется, Манёк по моим демкам учится играть, я казал вообще. Да не, дядь. Не, Манёк красавчик, просто нет. Я думал, Манёк красавчик. А Манёк красавчик. Утренний стрим Дмитрия Гиса, блядь. Да почему он со Скаром не играет? Может себе позволить ВП купить. Он просто зачастую с первого попадает, поэтому нахуй Скар. Не знаю, реально ему Скар, ну, прикольнее был, мне кажется. Ты первый раз попал, ну, промазал, тебе еще можно раз 15. Да, особенно в такой игре, где ему сразу голову дадут первой пулей. Ника, на домашний 300. Блядь, что у меня пиликает? В ушах. Сердце. Я закрою. Блядь, сейчас Бумыч будет всех принимать. Хаешка. Бумыч, на Бумыче 4 человека, Молик. Бля, хаешка. Битуля, лови лоху. Ой, блядь, да, я прострелил. Я промазал. Санька, давай. Бля, Саню отрезали. Он прострелил на 30 кп, нет? Нет. Да, вроде да. Да. Лучше! Хорошо! А Манёк, аккуратно! Он не с Авиком, он не с Авиком! Блин, опасно! Всё, молодец! Как должен был отыграл, как должен был! Ласт раунд, да? А Манёк, бери Авик! Одну, блядь, одну, один раз! Нужно одну игру, пожалуйста! Один раз, пожалуйста! Нужно Авика, а он потом... Ника, скинь Авик! Один раунд. Просто нам нужно взять один раунд, и мы выиграли мажор без единого проигрыша, без одной карты отданной, блядь. Просто в сухую, первые в мире, блядь. В сухую выиграли мажор, блядь. А до этого, типа, никто так не делал? Нет. То есть, хоть одну карту не проигрывали?